Ну что ж, доброй ночи, дамы и господа, котаны и кошечки, мальчики и девочки. У микрофона Олег Гром. Сегодня пятница, 14.02.2020 и время 21.31 по Москве. Здравствуйте. Добро пожаловать на пятнично-разговорный стрим. Если вы не знали, то все стримы потом оказываются на лайв-канале, но самые интересные... часть больше, она оказывается на Patreon и Boosty, поэтому, ну, как минимум нужно подписаться на лайв-канал, а если есть желание, возможность поддержать автора, то бишь меня, мои видео, мои подкасты, стримы и так далее, вообще мое творчество, и поучаствовать, более того, в создании чего-то нового, принять непосредственное участие, поголосовать, что-то предложить, и это обязательно появляется на канале, то, конечно же, приходите на Patreon или на Boosty, выбирайте, что вам удобнее, и там все это, собственно, есть. Это для всех тех, кто хочет что-то предлагать, что-то изменять. Вот это самый лучший способ прийти туда и там, в общем-то, поработать. Евгений Морозов, доброй ночи тебе. Блин, гарнитур забыл дома, потом посмотрю. Это, да, бывает, видимо, на работе человек. Действительно, тогда счастливо. Да-да. Ну, Евгений посмотрит в любом случае, потому что будет либо на Патреоне, либо на Бьюсти, либо на лайв-канале. Поэтому подписывайтесь все туда. Кто это еще не сделал, на лайв-канал подписаться — это совершенно бесплатно. Там, к тому же, еще игровые видео выходят. И вот вечером в среду выпуск, который выходил на основном канале, мы замечательно поговорили про видеоигры. Может быть, и сегодня продолжим эту беседу. Он как раз-таки находится на лайв-канале, что я считаю очень классно, очень клево. Там тоже его смотрят. Там не так много смотрят, как здесь, но я решил, что это будет вполне себе резонно, да, то есть какие-то стримы у нас выходят в прямом эфире прямо здесь и сейчас, а после оказываются на лайв-канале. Это ли не прекрасно? Это просто великолепно. Так, ну что ж, я включу куда-нибудь таймер, чтобы я его видел. Ага, отлично. Так. Как это работает, еще бы вспомнить. А, вот так сейчас. А, вот так вот. Замечательно. Хорошее настроение у нас в районе часа. Там может больше, может меньше. Зависит от вашей активности, ваших вопросов, ваших донатов. Ну, в общем, всего того, что и происходит. Ну, можете посмотреть прошлые стримы и увидеть, как там это все работает, и замечательно, и какие хорошие получаются стримы, когда люди активно участвуют. Вот. Ну, а пока тут народ собирается с мыслями, с духом и думает, что бы такое написать, расскажу немного про всяких странных зрителей. Ну, а почему бы нет? Это такая рубрика «А что там у хейтеров?». Давайте ее так назовем. А что же там у хейтеров? Очень забавно, да, вот в конце прошлого года проводился разбан на канале, ну, потому что менялся интерфейс YouTube, и там стала доступна опция вообще как бы разбанить. В старом интерфейсе она как-то очень странно реализована. Вот, ну я решил ее испытать, как она работает. Работает она, к сожалению, не так, как должна работать. Она как-то разбанивает, ну, определенными пачками. Я, насколько понял, по итогу, то есть, хоть ты жмешь там разбанить всех, и он как-то разбанивает определенными пачками. Решил я посмотреть, да, так сказать, дать второй шанс забаненным людям, сбегая вперед. Ну, больше никаких вторых шансов я давать, в принципе, никому не буду. Почему? Рассказываю, да, потому что, ну, вот под каждым новым видео, там, стримом, еще чем-то обязательно появляется несколько старых людей, которые были в бане много лет, там, 5 лет, например. И вот они обязательно появляются и пишут все такие же гадости, как и писали. То есть люди не меняются на самом деле. А я даже более того скажу, многие, видимо, даже и не знали, что они в бане. Это забавно. YouTube этому способствует, да, то есть лет 10 назад было так, что если на YouTube тебя какой-то автор забанил, не дает тебе возможность что-то писать, то у тебя так и написано, что автор забанил тебя, ты не можешь его посмотреть, что у него на канале вышло, и т.д. и т.п. Потом они все-таки сделали так, что ты можешь посмотреть, что у него на канале, но ничего не можешь писать. И потом буквально очень быстро прошло время, ну, то есть немного времени прошло, и они быстро добавили возможность такую, следующую. Как-то это называется? Очень очень интересное. Я все время забываю это название вот этого ютубовского такого бана для зрителей, как-то он там silent бан, ну типа того, типа тихий бан или что-то такое. То есть забаненный человек, он даже не знает, что он в бане вообще находится. То есть он пишет комментарии гневные там под каждым видео, просто там выливает все, что у него там накопилось, весь свой негатив, так же, как и делал ранее, но он не знает, что он в бане, потому что все его комменты пишутся, а все его комменты видны ему, то есть и там есть на канале какие-то комменты, и вот там его коммент, он заходит из-под своего аккаунта, смотрит, видит коммент, свой радуется. А на самом деле, кроме него, никто этот коммент не видит. Это такой silent ban, по-моему, так это называлось, честно говоря, не помню. Ну, такой вот самый тролльский метод, который только можно вообще представить, и вот его ввел YouTube. А что, ну, у других платформ, там у того же Твиттера там или там что угодно взять, Twitch, там тебе будет написано, что ты в бане, и все как бы отвали. Ты уже четко знаешь, что ты в бане. Там Instagram, там, не знаю, ВКонтакт, да что угодно. А вот YouTube такой сделали хитрый ход конем, то есть они решили не терять хейтеров, ну типа раз человек все равно приходит выливать какой-то негатив, то ну зачем ему запрещать? Пускай он приходит и выливает свой негатив в комментариях, кроме него это никто не видит, но этот человек так или иначе делает просмотры видео, что очень замечательно. И самое главное для YouTube — смотрит рекламу, которая там в начале или где-то так или иначе, ну секундочку, ну появится, и этот разгневанный хейтер эту рекламу увидит. И опять же, Гуглу легко ориентироваться, да, то есть, ага, какой-то хейтер, давайте ему будем рекомендовать там, я не знаю, какие-нибудь лекарства, чтобы у него с головой все в порядке было. Ну, как-то так это работает. Или наоборот, там, давайте ему рекомендовать что-нибудь еще такое, да. Бизнес. Ничего личного, как это говорят в Америке. Но вот это вот каждый день происходит. Сегодня не исключение. Особенно интересно я замечаю, если я делаю какое-то видео прям так старательно, очень много набегает хейтеров, рекламщиков, спамеров, прям вот пачками набегает. Вот под видео про Грифон G18, боже мой, я, честно говоря, боюсь даже сказать, сколько там было-то. Вот сейчас там что-то осталось не так уж много комментов. Ну, то есть там большая часть это был хейт и спам. Вот. Хейт и спам. Да, а тут вот люди некоторые задают вопросы. Друзья, пожалуйста, вопросы приходите, задавайте на стримах. Вот сейчас идет стрим, вот сейчас вот у вас есть все инструменты для того, чтобы задавать вопросы. Спасибо тем зрителям, которые находят какие-то опечатки у меня в тексте и пишут, что вот, ну, у тебя там опечатка. Спасибо вам огромное, я очень это ценю. И, ну, без вас бы было не так замечательно на канале, поэтому вам огромнейшее спасибо всем тем, кто находит опечатки в описании, в названии, потому что я могу это допустить. В принципе, я же человек живой, да, то есть я могу ошибаться. Вот. Так что вот такие вот дела. Кирилл, всем добрый вечер. Тебе тоже добрый вечер, Кирилл, привет. Это, по-моему, один из наших донатеров, если я не ошибаюсь. Это замечательно. Вот. Опять же, да, вот люди, которые хоть как-то заинтересовались каналом в плане, решили поддержать материально, эти люди в основном приходят, слушают очень внимательно. Это тоже просто очешуенно. Ну и я стараюсь отвечать на вопросы таким людям. Так что вот, да, на чем я остановился, я рассказывал, что огромное спасибо тем, кто находит какие-то опечатки или ошибки, вот, или там что-то я там оговорился, думал одно, сказал другое, у меня такое бывает очень часто, могу, например, там при обзоре думать о том, что следом буду рассказывать там о темляке, а в это время резинку держу или клипсу и назову ее, абсолютно не задумываясь, назову ее темляк. Наверняка у вас такое что-то случалось. Если, слава богу, не случалось такого, вы никогда не оговаривались в жизни, ничего, скоро это начнется. Не переживайте, это у всех бывает. Вот. Рано или поздно, к сожалению или к счастью, не знаю. Так что да, вот замечательный момент с вот этими вот всеми хейтерами, то, что люди, которые там были забанены еще там хреньте сколько лет назад за хамство, за оскорбление, они продолжают писать. Вот сегодня я читал эти комментарии, чистил, и, вот, и обычно они приходят под видео, где у меня там, ну, всякая там красивая, фильм моушен, фильм там вью, съемка каких-либо предметов. Это сразу привлекает вот хейтеров и всех прочих там спамеров, потому что, не знаю, почему, но, видимо, спамеров это привлекает, потому что типа, о, видео классно снято, его будут смотреть, а надо там разместить свой спам. Хейтеров это привлекает, я не знаю почему. Может быть, я так предполагаю, может быть, я вот, кстати, прав, может быть, нет. Ну вот вы как-то выскажите свои догадки в комментариях. Мне кажется, что хейтеры, если видят видео, где есть, ну, какие-то красивые кадры постановочные, они думают, что это видео оплаченное, проплаченное, что это реклама, и стараются там максимально засрать меня, вот как только возможно. Делают это так, чтобы это выглядело так, что типа, а, все плохо там сделано, и вообще вот типа там бла-бла-бла. Якобы в надежде, видимо, что... Ну, они-то думают, что видео проплачено, и они думают, что вот заказчик там видео, да, он будет комменты читать и типа увидит, что, а, как плохо пишут вот на Метатрона, и больше у него заказывать там не будет. Друзья, вы, во-первых, очень глубоко ошибаетесь. Не, вы можете делать что угодно. Я обеими руками за, вы пишите, пишите, побольше ваших комментариев хейтерских, это замечательно, да, то есть я могу опять вас... закинуть туда, где вы и были, и вы мне поднимаете просмотры. Но как бы у меня нет рекламы никакой, да, то есть вот извините. Извините, ну, то есть ваши догадки, они все пустые, но я почему делал такие выводы, потому что ну, пообщался с людьми, и вот многие говорят, что, а может быть, вот, ну, как-то так, и я такой, ну, действительно, да, вот похоже, похоже на это. И опять же, было столько историй, что некоторые фирмы, например, присылали какие-то девайсы, ну, там, несколько раз вообще. И помню, прислали мне, что мне прислали? В фонарик компания прислала мне, ну, я о чем и сказал в видео, что мне прислали фонарик. Вот, замечательные ребята, вот, пожалуйста, идите в их магазин. Вот, я очень рад и счастлив, что они мне его прислали, я могу его потрогать и вам рассказать. На честном обзоре, потому что они мне ничего не платили, как бы говорят, вот на тебе фонарик, ну вот какой он есть, такой он есть. Боже мой, так было забавно. Там в том магазине был, ну, достаточно, видимо, юный или не очень одаренный менеджер, но обычно такие так-то и бывают, очень редко встречаются грамотные менеджеры. Это прям кладезь для владельцев, если у них есть грамотные менеджеры. Я прям готов, ну, прям сильно расхваливать некоторые фирмы, где я что-то брал, покупал, и там были, ну, настолько крутые менеджеры, боже мой. Просто вот как будто бы я где-то заказываю в США или где-то в Европе. Это просто невероятные люди. Относительно... Ну, это вот прям на очень маленький процент. А в основном, видимо, вот такие, как что-то наподобие. И я помню, как мне этот менеджер... Откуда он взялся, честно говоря, я так и не понял. Но вот он мне писал, типа, вот нам тут сказали, что вы продаете наш фонарик у себя в деревне, и еще дороже, чем он у нас на сайте. Я вначале такой не понял, думаю, шутка какая-то, что ли? Чё за фигня? Непонятно. Ага, думаю, чё за фигня? Причем я с этим там менеджером особо-то и не разговаривал. Меня интересовался, типа, интересна мне вот эта штука или неинтересна, и ее потом отправил. Ну, какой-то главный там руководитель этой всей фирмы. А потом мне уже пишет менеджер, значит. Типа бла-бла-бла. Но я рассказывал эту историю. Прохладная история. Ей, наверное, хреново сколько лет там. Лет 6-7, наверное. Ага. Я говорю, а чё, почему? Я вообще не понял. Типа, вы отправили мне девайс и сказали, ну, сделай обзор там, как есть. Вот, ну, честный будет, честный. Хочешь, расхвалю, хочешь, не расхвалю. Нам все равно, мы тебе ничего... Ты нам ничего не должен, вот тебе штука в подарок. Вот что хочешь, то и делай. Хочешь, вообще не снимай обзор. Я такой, ну, прикольный фонарь, я сниму обзор, мне он нравится. Ну, и рассказал, как есть. Плюс и минус. Ну, как обычно это все делаю. И, короче, тот менеджер выложил мне, ну, то есть он такой, вот, нам на сайт пришли там письма. И он мне их начал отправлять в скриншотах. И там в скриншотах написано, ну, там, что за адрес, что, откуда, и также еще IP, откуда все это идет. И вот эти все письма шли, все IP, это была Беларусь, Минск. То есть им много писало. То есть это не один был человек, ну, типа такой, значит, анонимный доброжелатель. Помните, как в Советском Союзе были анонимные доброжелатели такие? А это было много у них писем, и типа этот менеджер отреагировал, молодой, видимо, глупый, пришел ко мне что-то доказывать. Я вообще типа не понял, говорю, чувак, я тебе чем-то обязан. Я думал, это шутка, вот, как бы реально, ну что за прикол? Нет, оказывается, он там правда пришел доказывать. Но я попросил у него, покажи мне, кто это пишет. Он мне выложил все скриншоты тоже, и, видимо, не от большого ума, потому что, как бы, эта информация, я считаю, закрытая должна быть. Но он мне выложил все скриншоты, короче, разных писем, а сообщений было много, там, ну, не знаю, там, может, с десяток или чуть больше, да, и, типа, все такие гневные, разные, типа, не шлите Метатрону, он обманщик, он потом продает ваши вещи, там. А мне-то одну вещь-то прислали. Он продает ваши виды, ну такое всякое там, я почитал, поржал, посмотрел, что это айпишник один, Беларусь, Минск, понял примерно, от кого это все письма счастья, вот, написал, естественно, ну, послушал еще менеджера, объяснять ему было что-то бесполезно, может быть, он сам был из Беларуси и Минска, не знаю, ничего против Беларуси или Минска не имею, но вот какие-то там есть странные люди везде, вот, видимо, там тоже есть, вы там в Минске разберитесь как-нибудь, ребята, вы же там все адекватные, я же знаю, прекрасная Беларусь моя любимая. Вот, ну, встречаются вот такие индивидуумы странные. Короче, написал директору, директор тоже нифига не понял, типа, а чё, никто тебе ничего не должен, там, бла-бла-бла, что за фигня, какие претензии, ну, вот, говорю, иди там разбирайся. Потом извинения мне все они хором приносили. А, ну, а тот аноним, естественно, я думаю, что он остался очень-очень радым и довольным в этот, ну, типа, ох, пока сделал, такая, знаете, старуха шапокляк. Вот и вот такие же анонимы, они никуда не делись, они пишут в комментариях под видео, продолжают. Вот, ну, психическое расстройство у людей, да, тут им нужен, конечно, профессиональный психотерапевт, возможно, какие-то лекарства, лечения, и, в принципе, в современной медицине это все лечится, и они могут, опять же, вернуться в нормальную жизнь, стать полноценными членами общества, да, то есть, и вот эта вся у них шиза, она пройдет. Но чтобы, как бы, лечение нужен сам человек, должен это взять и понять. А раз люди годами пишут мне сообщения, которые видят только они, и они продолжают это делать, раз они это делают, то явно, как бы, им особо никто и не скажет, что они чуть-чуть с головой, видимо, не дружат. Ну, вот как-то так. Вот и сегодня такие тоже были. Причем у меня все эти товарищи, которые, ну, вот эти вот хейтеры, спамеры, они у меня все в базе. И то есть я вижу, да, то есть если пришло какое-то письмо, даже если вы там смените никнейм и все что угодно поменяете, но если вы уже, если ваш аккаунт был уже в бане, то у меня это видно. Ну, я такой гляжу, думаю, о, кто это, новый хейтер, что ли, захожу, а, нет, это он у меня же был в бане, просто разбанился, был там еще, хреньте сколько лет, и я такой уж удивился, думаю, это он что, он 6 лет все это время писал постоянно, и только сейчас вот, ну, когда вот разбанился, решил еще раз написать, и вот, как бы, это, думаю, вот это да, вот это вот воля у людей. А вы говорите смысл жизни, да, вот многие из вас могут страдать этим, ну, типа, в чем смысл жизни, кризис возраста пришел, там, депрессия, вот это все проблемы нынешнего поколения. А вот, пожалуйста, прекрасно смысл жизни у человека, гадить в интернете, он для себя вот этого нашел, как бы, выход. Ему на время, конечно, легче становится, но психическое здоровье от этого у него, безусловно, не улучшается, а уходит только в минус. Привет, Инкси, Накляр Пауэр, привет. Виталий Навродский, всем привет, пишите. Про Константин, привет, тоже привет. Всех вижу, все замечательные ребята, молодцы, что пришли, молодцы. Вот сразу видно людей образованных, культурных, что самое главное, они заходят, они здороваются, это, ну, прям как бальзам на душу, на самом деле, очень люблю вас, ценю, ребят. А сегодня еще вот скоро закончится вот этот день влюбленных, как он у вас прошел, кстати, расскажите, или проходит на текущий момент. И все, кто подключился не с самого начала и прослушал мое вступление, я напомню, что стримы выкладываются потом на лайв-канале, поэтому подпишитесь на лайв-канал. Чтобы их не пропускать, стримы, подпишитесь на Телеграмм. А если вы хотите попадать на какие-то самые горячие, эксклюзивные стримы, где что-то интересное или еще что-то такое, и вы их пропустили, но не успели по разным причинам, вот, например, Евгений просто гарнитур забыл и не может слушать на, ну, там, занимаясь какими-то делами, видимо, на работе, то есть Patreon, есть Boosty. Все, кто там уже, вам огромное спасибо, что поддерживаете, верите в меня, не уходите. Спасибо. И вы можете тоже подключиться туда, если еще это не сделали. День как день прошел на работе. Да, замечательно. Примерно так же, вот, примерно так же, примерно тоже. Вот, такие вот дела. Так, я тут ожидаю чай, да, вот мой чай, секундочку, друзья. Так, и так я вот с вами. Но, тем не менее, у кого как день прошел 14 Валентина, отмечаете вы, не отмечаете, считаете ли это каким-то праздником, и когда последний раз дарили кому-то валентинку, ожидая чего-то взамен. Давайте, пускай немножечко темка это повисит в воздухе, у кого есть желание, ответьте, у кого нет, можете позадавать свои вопросы, это просто великолепно и замечательно будет. А я попью чаек, у меня есть еще Pepsi, конечно. Вот не знаю, что лучше, что посоветуете. Что посоветуете? Что посоветуете? Что посоветуете? Я думаю, чаек давайте. Чаек из термокружки, прекрасная вещь, я все никак не сделаю на нее обзор, уже скоро год как будет, но еще немного, я думаю, время летит быстро, и будет уже год, как у меня эта термокружка, которая изменила просто всю концепцию. Вот у меня рядом стоит Zojirushi, да, из него я пил Pepsi, пробовал, и рядом термокружка, я даже, честно, не знаю, что за название у нее, потому что коробку я давно потерял, и... А название, то, которое было, ну, там, на штрих-коде, оно вытерлось практически. Ну, написано Germany, вот я вижу, и написано Travel Muk Grand 0,5 литра. Короче, пол-литрошка. Офигенка. Ой, офигенка. Офигенская. Что я за новые слова придумываю, боже мой. Не отмечаю, пишет Виталий. А зря, да? Многие ждут, чтобы именно что-то отметить. А Константин пишет, лет 10 назад дарил валентинку, если не больше. Ну, а в ответ что-то было на эту валентинку? Что же тоже интересно. Я помню валентинки только в школе, потому что как-то вот эти вот праздники... Запада там будоражили умы, и это как-то пытались там что-то пытались такое вот, ну, сделать, потому что все локальные праздники, это было там, ну, что там было, Новый год, 8 марта, 23, да, а вот еще там вот валентинка, это что-то такое было новомодное, мега новомодное. Максим, привет, дружище. Виталий, так, и у меня есть Pepsi и энергетик. Энергетик — это хорошо. Ну, Pepsi сам по себе, конечно, энергетик. Помню, лет, наверное, 20 назад попробовал я энергетик, ну, или, может, чуть меньше. Ну, когда вот они только начали на прилавках появляться, и они были такими первыми самыми... первыми самыми были на прилавках, и, видимо, были еще оригинальные, завозные с Европы, не здесь изготовленные. И они были просто бомбические. Я помню тогда, ну, может, я просто был моложе, конечно, но я помню тогда... И вообще я по молодости очень мало спал. У меня был такой режим, я там по 2 дня не спал, по 3 дня не спал. Это жесть, конечно, для организма, поэтому сейчас я весь старый и больной, ну, так что так не делайте ни в коем случае, дети. Но вот я тогда выпил энергетики, я просто не спал 3 дня, был мега продуктивный просто от одного стакана энергетика. Опять же, да, вот много моих там знакомых, сверстников, ровесников, они к тому времени, когда я там попробовал энергетик, уже там серьезно бухали, а я вот как-то нет. Может быть, это тоже сказалось, что чуть дольше протянул, чем все, пока сломался совсем. Вот такие дела. Метатроныч, кружка, что ли, сломалась? Нет, с кружкой все прекрасно. Я просто обзор, говорю, на нее никак не сделаю. Все затягиваю, потому что пользуюсь и пользуюсь. Вот. Вытерлась надпись, не помню, как называется. Вот. И куда-то я задевал от нее инструкцию, сколько она держит тепло. Ну, так что буду рассказывать, как я помню, как по личным ощущениям. Надо сделать про нее видео, просто хочется ее с чем-то еще вместе, чтобы как бы не просто про одну кружку. А может, выложу просто на лайв-канал, посмотрим. Чё-то было вроде бы, что там было, так, не понял, ладно. В Японии в День влюбленных поздравляют только мужчин. Ну, замечательная, да, традиция. Кстати, в Японии много интересных таких моментов. С появлением аниме на просторах, ну, это где-то в 90-х началось, когда на видеокассетах еще все это распространялось, еле-еле кое-как, или там на кабельных телеканалах, там все грезили Японии. Япония интересная страна, действительно. Мне бы хотелось бы жить в Японии, но там очень дорогая жизнь, безусловно, это прям нужно быть... очень местным жителям, то есть коренным японцам, чтобы как-то туда влиться. Если ты не местный, ты там даже не купишь землю, ты не можешь ей владеть. Ну, поэтому многие, конечно, там едут, выходят замуж за японцев, за японок и пытаются ассимилироваться. Безусловно, свои плюсы и минусы везде есть. Ну, Япония — это прекрасная страна, где куча видеоигр. Это, конечно, меня это радует, там тот же рынок... Акихабара, сходить на этот рынок бы, имея там за пазухой $5 тысяч, я бы с удовольствием сходил, только чтобы кто-то все нес, все мои покупки. Я бы там все консоли скупил, наверное, которые самые мне бы нравились. Там причем и цены очень невысокие, и японцы очень бережно относятся к консолям, поэтому они все в очень хорошем состоянии, а те, что в не очень хорошем состоянии, стоят вообще просто копейки. У меня Кока-Кола без сахара, пишет Константин. Интересно, это вот Zero, да? Интересный момент. Кока-Кола без сахара. Я как-то пробовал Кока-Колу без сахара. Что-то как-то меня вообще не впечатлило. Так. Ну тогда хорошо. Она от Эмса. Да, вот видишь, спасибо. Да, она называется так. Travel Muk или Мук, как там оно правильно читается. Travel Muk. Я просто не знал фирму, поэтому вот спасибо, что подсказал. Что она от Эмса. Видимо, какая-то фирма, о которой я не знаю. Я так гляжу, что достаточно известная. Делают всякие крутые кружки, чайнички. Боже, какие у них миленькие чайнички. Ёкалэмэне. Плаза Вакуум Джак называется. Охренеть, такая милота просто няшня. О, вот я вижу свою кружку, только ярко-зеленую. Блин, слушай, точно. Спасибо огромное, это Максим мне ее прислал, и она вытеснила кружку Zojirushi. Я поначалу относился к ней с неким недоверием, потому что, думаю, пластиковый вот этот верх как-то что-то смущает меня. Нет, друзья, она прекрасна, она офигенна. Хочется больше. Я теперь прям большой-большой любитель термокружек, термосов. Я прям обеими руками. Это, во-первых, очень много экономит денег, в том плане, что тебе не надо греть каждый раз чайник за день, то есть ты можешь нагреть чайник, налить в термос, и у тебя на целый день твой термос с чаем. Либо ты будешь идти, каждый раз греть чайник, все это расходы. И, конечно же, ну там в Европе борются, ну и там в Штатах, в цивилизованных странах, в общем, первого мира борются с тем, чтобы никто не использовал одноразовые стаканчики, которые выдаются там во всяких, в кафешках, в кафетериях, ну, во всяких там Старбаксах, ну и вот этом всем, да, когда вот одноразовые стаканчики, знаете, такие в Штатах, особенно там налил там литр, поставил в машину и поехал, ну или там не литр, пол-литра кофе, и едешь, пьешь его из одноразового стаканчика. А тут ты просто покупаешь эту термокружку и наливаешь в нее там постоянно это кофе каждый раз, и как бы идешь, когда она остается навсегда с тобой. Очень качественная, очень классная, офигенная резина. Тут прям, ну, все очень-очень мне понравилось. Спасибо огромное. Вот еще один повод поблагодарить подписчиков, всех, не только Максима, всех тех, кто мне внезапно в прошлом году надарил всяких подарков, чего я не ожидал, и это очень приятно. И, друзья, спасибо вам всем. Мне ценно внимание просто абсолютно каждого из вас. Это, ну, не знаю, как-то... Я стесняюсь описывать, это у меня слов нет. Я просто начинаю смущаться и краснеть. Да, вот я нашел свою кружку, вот это прям как у меня, да, классная. Спасибо большое. Тут написано, что она держит тепло 6 часов, друзья. На самом деле она, может быть, это если 100 градусов, ну, в общем, налить туда крутой кипяток, может быть, она 6 часов его будет держать. Но так могу сказать, если налить просто горячий чай, то через сутки он все еще будет не горячим, но теплым. То есть он не будет остывшим, он будет теплым чаем. Вот такой момент. И вот она у меня вытеснила Zojirushi, потому что Zojirushi открытая термокружка, и она хоть и держит тепло, но в ней остывает там несколько часов. Там. Ну, часа за 3 уже может быть все холодное. Ну, потому что как бы верх открыт, есть куда теплу уходить. А здесь все закрыто, шито-крыто, и в общем... Замечательно. Причем вот есть мини-термосы у меня Zojirushi, и вот ими я пользуюсь, если где-то в дорогу надо его взять, потому что он все-таки закрывается весь полностью, туда не попадет никакая пыль. Ну, а эта кружка действительно, она такая, что, ну, вот там на работу взял, в автомобиль закинул, едешь, пьешь из нее, не проливайка, офигенная, классная и прям очень приятно. Я всеми вашими вещами пользуюсь, безусловно, съедаю, которые съедобны. Спасибо большое. Спасибо тебе за канал, стримы вообще отлично. Она держать будет лучше, если сначала кипяточка налить и подержать. Ну, я понял, да, чтобы там все прогрелось. Ну, не, мне не надо, чтобы она дольше держалась. Мне все устраивает, как есть, и она офигенская. Все в ней очень-очень классно. Вот. Спасает. Постоянно, потому что я вот все это время я практически пью из нее, и все. Больше ничем не пользуюсь. Ну, окромя Zojirushi. Ну, это так, что-то мы отвлеклись от темы. Спасибо. Вот я сохраню сайт с кружкой, чтобы в обзоре мог вставить хотя бы что-то сказать про нее. Потому что я даже название не знал, что это вот она. Теперь буду знать. Я до этого долго выбирал термокружки, и, ну, я про эту фирму вообще как-то не натыкался. Искал в основном, ну, какие-то известные бренды. Вот. Искал известные бренды, которые... Ну, такие, типа термос, да, вот, ну, все знают. Потом я наткнулся на Zojirushi и, ну, уже не смог оторваться, потому что Zojirushi, конечно, это шикарнейшая вещь. Шикарнейшая вещь. Так, ну ладно, это мы ушли уже от темы. Замечательно. Если есть какие-то у вас вопросы, мы тут уже полчаса трещим, ведем эфир, закидывайте их тоже. Я их озвучу, мне надо там промочить горло, немножечко попить чай, поднять немножечко настроение вам, себе, замечательно. Да, за стримы спасибо и вам тоже, все те, кто приходит, все те, кто поддерживает, все те, кто задает адекватные, интересные вопросы и темы для обсуждения, которые мы с вами тут постоянно поднимаем. Спасибо вам тоже за это вообще, друзья, огромнейшее. Жена подарила, пишет Кирилл, лет 5 назад термокружку «Арктика». На работе незаменимая вещь. Заваришь, позвонят и убежишь на час. Через 12 часов чай чуть теплый. Но тоже замечательно. Вот. Но мне тут рассказывали про Арктику, но у меня спорные чувства. Может быть, есть несколько... Ну, не то, что может быть, я уверен, что есть несколько фирм, в том числе какие-нибудь западные, которые называются «Арктика» и продают какие-то пищевые... всякие штуки, да, ну, типа кружки, термосы и т.д. и т.п. Есть, типа, наша Арктика, но, насколько я понял, там качество плавает, потому что закупается в Китае, да, то есть может быть какая-то партия, какая-то модель охрененная, какая-то не очень охрененная, ну и т.д. и т.п. Да, вещь просто офигенная. У тебя, конечно, это... Убежал на работе на час, но вернулся через 12 часов. Работа хорошая. А чай чуть теплый. Вот. Это классно. Так что да, рекомендую всем термокружки, даже если какие-то простые, может быть, китайские. Но мне понравилась концепция именно когда нержавейка, а между ними, между двумя этими нержавейками вакуум. Вот такие дела. Что думаешь насчет вируса? Ничего не думаю. Вопрос должен быть в том плане, чтобы я мог ответить именно тебе, что тебя интересует. А вопросы, ну, типа, что думаешь, а что ты думаешь о? Абсолютно ничего не думаю, друзья. То есть обычные банальные вещи. Это происходило всегда. Посмотрите историю, как это что было. Примерно так же все и будет. Вообще, если рассматривать все это с точки зрения там, науки и истории, а это обе беспощадные вещи, особенно наука, история еще так себе, а наука, вот она абсолютно беспощадна, то там типа, ну а что такого, живой организм. Вот эти... выигрывают, эти проигрывают. Все прекрасно. С планетой ничего страшного от этого не будет. С планетой в любом случае ничего страшного не будет. И любые вот рассказы о том, что вот глобальное потепление, планете плохо, планете неплохо. Неправильный мессендж несется. Нужно говорить, глобальное потепление, люди умрут. Вот в таком случае. Глобальное потепление, ты из-за него умрешь. Тогда до человека начинает доходить. Когда это касается только лично его задницы. Все остальное ему до этой самой задницы. Вот такая вот интересная тавтология, рекурсия получилась. Так что вопрос желательно конкретизировать, что именно, чтобы я не рассказывал что-то в общем и целом пространно. Это занимает у меня много времени и как бы смысл. И либо, если хочется задать какие-то вопросы, а что ты думаешь о... то его лучше всего закидывать в донат, тогда есть смысл пространно что-то там рассказывать, да. Спасибо за ответ, да пожалуйста. Почему, мне жалко, что ли? Мне не жалко, пожалуйста. Сколько, как говорится, душеньки угодно вашей. Такс. Да, такие вот у нас дела. Ладно, мне действительно надо передохнуть, вдохнуть. Интересные мысли насчет глобального потепления. Так, ну, это обычные мысли, это у всех. Посмотрите на ученых, они то же самое вам скажут. Собственно, я-то и смотрю, и читаю ученых, поэтому, видимо, у меня и мысли такие где-то рядышком. Я, конечно, не климатолог, там люди совершенно другие. И опять же, они тоже там каждый разных взглядов, толкований. Потому что это прежде всего люди, а потом уже профессия. Не забывайте это никогда. Это в любой профессии. Прежде всего это люди, потом уже профессия. Вот. Ой, какой ароматный чай. Это же чай, который мне подарили тоже. Я сегодня вообще прям на всем халявном, да, как некоторые вот хейтеры так думают. Я специально это рассказываю, чтобы подкинуть дровишек в огонь. На самом деле это очень забавно. Это чай с химическими всякими ароматизаторами. Называется Кёртис, по-моему, если я не ошибаюсь. Наверняка вы такой пробовали. Он в треугольных пакетах. И вот эти все химические ароматизаторы, ну, я не уверен, ну, что он натуральный, скорее всего, нет. Потому что, черт возьми, с чего ему быть натуральным за такие деньги? Натуральные всякие чаи, которые там вкусные, ароматные, они стоят гораздо больше. Так вот, и у них очень классные ароматизаторы, вся эта химия. В том смысле, что и то химия, и натуральная это тоже химия, и искусственно. Ну, просто это искусственно, давайте так, да, говорить. Вот. Но очень-очень ароматно ощущается, да, то есть ощущение, что ты пьешь чай, который там за 5000 рублей, типа, а этот чай всего лишь такой там за 120. Что посоветуешь читать научного, чтобы зацепиться этой темой? Да все подряд читай, что зацепит, то и зацепит. Здесь нет каких-то предпочтений, типа вот это почитай обязательно или вот это. Я считаю это неправильным, когда люди говорят, нужно прочитать вот эту книгу, нужно прочитать вот эту, обязательно нужно прочитать. Нет, вы сами решаете, что вам читать или нет. Даже если вам кто-то скажет, вот эту обязательно прочитайте, вы ее навряд ли прочитаете. Поэтому списки литературы я никогда никакие никому не даю. Считаю это пустой тратой времени абсолютно. Да, вы, скорее всего, послушаете, даже выпишите этот список, если бы я его рассказал, да, но вы его не будете читать. То есть вот на этом все и закончится. Желание читать — это еще не значит начать что-то читать. Это похвально, но вот это так же, как у людей, у некоторых есть желание сделать что-то там, не знаю, ну, как это говорят, доброе дело, да, но вот как только это желание у него появляется, и, в принципе, это его удовлетворяет. Расскажи, пожалуйста. На 2020 год TH-9800 все еще актуально? Или есть новый фаворит? Спасибо, Кирилл, за сердечный донат. Вот тебе билетик, устраивайся где-нибудь вот здесь. Хочешь возле кошечек, там тепло. Хочешь вон там возле роутера, можешь возле принтера посидеть. Все, кто донатит, сразу устраиваются в этой уютной комнате. Может, кто-то на доске что-то хочет рисовать. Вы пишите ваши пожелания. TH-9800, я напоминаю, что это, в принципе-то, копия Ясу, не забывайте, это 4-диапазонный трансивер, в котором есть CB-диапазон. И по цене качества он, в принципе, остается пока еще самым, наверное, актуальным и до сих пор. Его до сих пор штампуют, китайцы поняли эту жилу, то есть им удалось как бы сделать практически полную копию Яски, но они... Почему я говорю практически полный? Потому что они там с каждым разом пытаются что-то удешевить, но в то же время они понимают, что все удешевив станет не очень хорошо, они пытаются что-то доработать. Но тем не менее, где можно удешевить, они с каждой новой версией, с каждой новой ревизией будут это удешевлять. Так что вполне себе рабочая машинка, вот она у меня такая стоит перед глазами сейчас, я на нее смотрю, правда у меня сейчас нет антенны, я не могу ее включить, что дико меня, конечно, расстраивает, но антенно-фидерное оборудование, мы тут прикидывали на стриме, сколько там оно нам обойдется, ну, мне, ну, нам, потому что мы вместе прикидывали, я уже не помню, сколько оно обойдется, ну, что-то там, это, по-моему, в районе 50, наверное, тысяч, что-то так мы прикидывали, чтобы там антенны купить, кабели купить, все это провести, все это настроить и т.д. и т.п. Вот, как-то так, наверное, как-то так. Так что, если ты стоишь перед выбором, что выбрать, да, вот, ну, типа, вот это или что-то еще, и при этом китайское, то, ну, как бы в радио нет таких больших прорывов. Тут-то весь прорыв был как раз в том, что, ну, как бы в том, что китайцы смогли скопировать Яску. Причем, если ты найдешь Яску оригинальную, то это даже будет лучше. Вот в чем дело, Кирилл. Даже если ты БУ ее найдешь, то она будет лучше работать, чем вот это вот. Ну, просто она стоит даже БУ, может быть, дороже, чем новая вот эта китайская. Ну, либо если будет уж убитая совсем, то, конечно, ну да, так себе. Вот. Так что. Как-то так. Можно еще посмотреть, безусловно, на Zastone ZT-D9000. Я про него тоже рассказывал. Обзор мы так и не сняли, по-моему, на него, хотя я делал его, но у нас не хватило, у нас всех не хватило просто-напросто на это средств, и как бы обзор остановился. И никто не донатил на обзор, никто не донатил на это все, и это все остановилось. Ну вот можешь еще посмотреть на Zastone ZT-D9000. Станция тоже интересная, но она скопирована с Icom, но дело в том, что она как-то... Вот у нее первые версии там что-то могли больше, чем те, которые вышли чуть попозже. Тоже своих заморочек там... Доработок всяких, как и в оригинале, как и в копии 9800, этого всего там хватает. Вот. Так что, наверное, только на это посмотреть. Не забывайте, что радиостанции, они не так быстро меняются, как телефоны, да, то есть если вы покупали себе радиостанцию 20 лет назад, она и сейчас будет актуальна, ничего там не поменялось. Если у вас есть какой-то трансивер, не знаю, там, начала 80-х годов, то этот трансивер будет прекрасно работать и сейчас. Более того, сейчас он будет очень даже ценен, потому что он ремонтопригоден. В отличие от, ну, всего остального. Новые станции, они, конечно, в ремонте гораздо посложнее. Там СМД кругом разбросаны и... Не так интересно. Вот. Либо посмотреть, если там тот же Zastone D9000, поискать Icom IC2820. Ну, тут как бы тоже будет вполне себе хороший вариант. А там уж, как говорится, по бюджету. Потому что, как я и сказал, может быть так, что... Новая китайская станция стоит так же, как бэушная оригинальная, но в хорошем качестве. И тут ты стоишь перед выбором, да, брать ли бэушную оригинальную, но в хорошем качестве. Вроде как, говорят, ты же не знаешь, в каком он там действительно качестве. Либо брать новую, но китайскую, да, и вот это вот все дело, вот как бы вот. Если тебе 99% слушать CB, то купи отдельно CB, Кирилл, мой тебе совет. Если ты его хотел, а он тем более не бесплатный, да? Так что вот, пожалуйста, купи себе до $100 любую. Ну, там уже смотришь, о, много кнопочек, больше нравится, тут удобнее интерфейс, там менее удобный. То есть для себя, неважно, CB может быть от $20 до 120, это все будет одно и то же. Тут уже, ну, как и любое, в принципе, радио. Просто больше будет всяких этих наворотов. И отдельно возьми себе на 70-ку. Все. Тем более, если ты будешь слушать именно CB, то лучше брать отдельно CB. Выйдет дешевле. Ну, либо так же, либо дешевле. Но антенну, конечно, да, придется две тащить. Ну, в любом случае, их тебе бы две пришлось бы по-хорошему тащить. Вот как-то так. А 9800 берут в качестве универсала какого-нибудь автомобильного, когда, ну, вот надо, чтобы прям вот все было. И тогда, да, это... не забывайте, это радиолюбительская станция. Радиолюбительская. То есть это не профессиональное оборудование. Ясу делает радиолюбительское оборудование. Профессиональное оборудование выпускается под другими брендами той же, ну, не Ясу, но той же фирмы, которая Ясу принадлежит, только под другим брендом, да, то есть... И это совершенно другие штуки, они мало кому интересны, то есть там 2 кнопки, 4 лампочки, вот тебе профессиональное оборудование, 250 000 рублей дай. Профессиональное оборудование, оно заключается, вообще вся цель его в том, чтобы оно работало хорошо, и мог им пользоваться, мог им пользоваться абсолютно неподготовленный человек, то есть он просто брал в руки манипулятор, нажимал на кнопочку, говорил, отпускал, слушал, все. Остальное его вообще касаться не должно. Если эта лампочка моргает, значит это то. Если это, то это, то вот это. Все. Это называется профессиональная техника. И она причем будет работать там в самых жестких условиях, хрен чего будет. Она только прошивается в основном, то есть там нельзя не покрутить, тудым-сюдым. Вот все, что крутится, в 99% это любительское. Просто, чтобы вы понимали. Вот вы же понимаете, да, например, что такое любительские видеокамеры или этот фотик, вот любительский фотик и профессиональный фотик. Вот, например, вот хороший пример, слушай, я прям гений, я прям, как мне 200 рублей отправили, я прям аж это, генерировать идеи, такие сталые примеры, аж прям загляденье. Смотрите, как что делает, какая сила денег-то, а вы говорите. Бумажки. А вот оно и золото посыпалось, и монеты золотые увидел, все. Смотрите, короче. Ну, вы уже поняли, да? Ну, кто не понял, я продолжу. Вы заходите в магазин, в какой-нибудь, который продает какую-то технику, подходите к стенду с фотоаппаратами и смотрите на фотоаппарат. И вот эти вот, знаете, такие всякие мыльнички, там Canon стоит, всякие там разные, там Fuji, там чуть-чуть, там еще там Sony, и вот это все такие маленькие фотоаппаратики, которые нажимаешь, из него так объектив вылезает, как писюн. Ну, у всех такие ассоциации, давайте будем честными. Все честные, молодцы, не врите себе, тем более мне. И, значит, кто-то такой, это только у него ассоциации, что это писюн. У меня нет таких ассоциаций, а он просто озабочен. Какой-нибудь хейтер такой. Так вот, это вот все любительская техника. Но вы когда заходите, вы такие, о, я хочу вот тот фотоаппарат с большим объективом, который стоит 250 тысяч рублей. Я совершенно не знаю, как им пользоваться, но раз он стоит 250 тысяч рублей, наверное, там просто на кнопку нажал и готово, да? Но вот если с фотоаппаратами как раз-таки обратное, что у них любительские модели на кнопку нажал и готово, то с радиостанциями ровно еще там наоборот. Но сравнение именно в том плане, чтобы вы представляли, что такое качество любительской техники и качество профессиональной техники, фотоаппарат или видеокамеры для этого очень хорошо подходят. То есть мы тут и четко видим, да, то есть там, вы же смотрите на фотоаппарат, такой, ну, что я на него сфоткаю, фигня какая-то, ну, будет так себе, да, а вот этот, которая большая тушка в руках, там, ух, ну, на этот-то, наверное, чел, если умеет, там, нафоткает классных фоток. Вот это вот то же самое и в радио. Поэтому все, кто там любят Ясу и только Ясу, я Ясу, много, на самом деле, фирм, которые занимаются радио, не только Ясу, просто Ясу, наиболее известная радио, любительская такая, вся у нее продукция практически. Вот такие вот дела. Она просто прикольная, достаточно качественная. Понимаете, как? Я вот опять же говорю, достаточно качественная. Она обычная. Для всего остального мира она обычная, это обычное качество радиолюбительских станций. За вполне себе обычную цену. Это у нас это кажется ни хрена себе, сколько она стоит. Да, это, наверное, суперпрофессиональная техника и т.д. и т.п. Я думаю, что на этом вопрос мы закрыли. Если есть еще, конечно, закидывайте. Вопросы, ответы и все прочее. Поболтаем, поговорим. Кто еще подошел, напомню, в третий раз, что стримы на лайв-канале потом выкладываются, либо, если вы их не нашли на лайв-канале, они выкладываются в группе Patreon и Boosty. Самые горячие, такие самые провокационные. Все там. Вам достаточно просто подписаться на Patreon или Boosty, выбрать какой-нибудь относительно небольшие пожертвования, там в районе $5, если я не ошибаюсь, в месяц, и вы получите доступ к этим всяким плюшкам. Плюс будете участвовать в создании контента. Я буду там, я там слушаю действительно людей, кто там подписан. Я каждый месяц практически делаю тему, где говорю, предлагайте ваши рекомендации и советы. И, например, в 2019 году выходило несколько видео именно благодаря людям, которые есть на Патреоне, которые там это все инициировали. Но это так, к слову. И темы были очень интересные, всем понравились. Ну, вот, пожалуйста. Вот хочется вам управлять, чтобы что-то на канале было, как вы хотите. Вот вам туда. Вот такие дела, вот такая песня. Так что в мире радио, Кирилл, мало что меняется. Знаешь, даже если ты найдешь бэушную какую-нибудь Алинку на UHF, найдешь ее там 4 тысячи, вот все, вот она твоя радость. У Алинки, кстати, очень великолепная подсветка, это малиновый, темно-малиновая подсветка, вот не оранжевая, а темно-малиновая. Она просто прекрасная, она не ломает ночное зрение, да, то есть когда ночью что-то крутишь там в автомобиле или у себя в шеке, она тебе не слепит При этом все информативно, все замечательно и просто сказка какая-то. Ну, это вот та техника, которая еще старая инженерная школа, она прекрасна. Чаек попиваю. Хороший чаек. Да, на телеграм-канал также подпишитесь. Если вы не попадаете на начало стрима, вам поздно уведомления приходят, то вы всегда можете подписаться на телеграм-канал, и уведомление вам будет приходить вовремя. Будет приходить вовремя. Это же самое хорошее, самое замечательное. Вот. Но... А китайцев, как и не китайцев, их постоянно переделывают, модифицируют, там, делов. Каждый для себя что-то найдет, то это, то. Кому-то то не нравится, кто-то что-то там, ну, как говорится, это... была бы вещь, и к чему придраться, и потом, а давайте доработаем. Ну, я считаю так, лучший враг хорошего. Если работает, если все прекрасно, то отлично. CB есть, Легенд 3, но все ребята общаются на 70. Хотелось в одной станции то и то. Так, а ты говоришь 99, ты на CB. Ну вот видишь, а все общаются на 70. Ну учти, что в одной станции, чтобы было все, ну как бы, это все будет работать так себе. И это, по-моему, ну, известная истина, но вдруг ты не знал. Раньше не было таких ассоциаций, теперь, похоже, будут. Мне понравилось, пишет. Закон какой-то. За отдельно, потом кон. Ясно. Ну, так вот, вот так вот. Вот как-то так, как-то так. А на 70-ку, вот, ну, видишь, не знаю, у тебя они где? В автомобиле? Если в автомобиле, я бы взял две радиостанции. Но если бы у меня ни одной не было, или там у меня есть CB радиостанция, я такой еще хочу на 70-ке общаться, я бы взял вторую именно отдельно. Мне кажется, это лучший вариант. Открою-ка я Pepsi, как вы поняли, из звука. Ливну немножечко. А, слушайте, так я пью Pepsi тоже без сахара. Кто мне говорил, что он пил колу без сахара, а я тут выделывался. Вкус не тот. Так вот я и пью как раз-таки какой-то еще более низкокалорийный, чем Pepsi Light. То есть, чё? Кофеин и ароматизаторы. И все, короче, друзья. Вот так-то. Но V5R и нет никакого CB. Прекратите ересь устраивать. V5R это вообще балалайка за $18. Что вы от нее хотите? Я не заметил разницу во вкусе сильную, пишет Константин. Ну вот я вот сейчас пью, тоже не заметил, пока не прочитал на бутылке, что у меня, кажется, это Pepsi еще более лайт, чем Pepsi Light. То есть не вообще ничего нету. Вообще сплошная химия. А вот так вкусно. Вот пока не прочитал бы и не знал. Видишь, сила внушения, эффект плацебо. Хороша прям такая, вишневая. Вот, кстати, вот это вот очень вишневая. Мне чем-то напоминает Dr Pepper. Вы бы знали, как мне хочется, знаете, такой вот ящик, где, ну, сколько там банок? 24 банки или сколько их там? Больше. 48 банок Dr Pepper. Вот такой вот ящик хочется. Зачем он мне? Зачем тебе ящик Dr Pepper? Ты чё? С дубу рухнул. Зачем тебе 48 банок Dr Pepper? Вот хочу один раз напиться его так, чтобы потом больше не хотеть. Но не за раз, естественно, а так. Между делом. Давно его не пробовал. Я к чему? Просто я зашел, в магазине увидел, а у него цена что-то больше 100. Я просто чуть на жопу там не сел. Такой думаю, чего? Ну, вообще, что-то баночное все стало очень дорогое. Я просто давно не брал баночные. Или, знаете, тоже такой ящик, где много-много-много бутылочек. Именно бутылочек пепси-колы. Ох, да. Ну, вспоминая детство, когда на каком-нибудь великом празднике выкатывали ящик с СССРовской пепси-колой, это было что-то с чем-то, это было невероятное чудо, если тебе удавалось. Не то, что бутылку пепси-колы урвать-то, нет, хотя бы там глоточек, боже, какое это было наслаждение. Я после того эфира ищу в магнитах Dr Pepper, пока не видел. Но вот он был там. Я давно не был в магнитах. Ну так оно бывает, например, вот этот соус Табаско. Лет 8 назад, 7, на стриме я как-то говорил, что да, давненько я не видел соуса Табаско, чтобы выбор какой-то был. И вот прошло 8 лет, а, по-моему, Лис говорил, что он в магните купил. Прошло 8 лет, и в моем магните появился соус Табаско. Понимаете? Так что, Константин, еще все впереди. Все впереди. А что лучше взять? Посмотри мое видео. Визитор. Выбор радиостанции, бла-бла-бла, чё кого. Я отвечаю на вопросы, что взять, а что выбрать, только если сообщение приходит в донат. Чтобы не отнимать время у других, чтобы была поддержка для канала, и чтобы у меня была уверенность, что человек будет меня слушать, который задает вопрос через донат. Тогда он меня послушает, и на следующий раз он тот же самый вопрос задавать не будет. А когда я просто так отвечаю, я вывел такую закономерность, что там через стрим или два приходит тот же самый человек и спрашивает то же самое, потому что он уже забыл, потому что, а что еще раз спрошу, подумаешь, он еще раз ответит. Поэтому я решил, что только через донат. А через донат, когда отвечаешь, люди запоминают, потому что человек как бы задонатил, поделился временем своим. Он оценил труд, поделился временем, и он ценит теперь каждое слово, что ему сказали. Тем более заканчивается хорошее настроение. Но я вот его видел, Dr Pepper, все, настроение кончилось, друзья. Что делать будем? Что делать? Будем продолжать. Закидывайте, расчехляйте ваши донатные кошельки, лишайтесь донатной девственности, кто еще не донатил ни разу. Пробуйте, отправляйте в Donation Alerts ваши сообщения, вам это понравится. Вы примете участие в чем-то большом и огромном, поучаствуйте в прямом эфире, это прямо в телевизоре. Будут ваши сообщения, можно и привет передавать, там, маме, и что угодно, потому что это круто же. Интернет пока еще есть, и свобода слова. Вот такие возможности замечательные. Я, если не ошибаюсь, Константин, видел этот Dr Pepper, по-моему, до Нового года. То есть, может, это были какие-то там предновогодние акции. Вот я, по-моему, его видел до Нового года. А потом я не был в магнитах. И не смотрел. Или был, но не смотрел. Ну, мне того раза... Знаешь, он где стоял, что самое интересное? Он был на самой верхней полке. На самой верхней полке, то есть так его и не увидеть. То есть вот там прямо перед глазами среднестатистического человека, который там 1,70 м, 1,80 м, как раз где мои, где я не вижу, мне наклоняться приходится, там стоит все самое, вот то, что там Pepsi, кола, вот это все-все-все. А тут Dr Pepper я увидел на самом верху. На самом верху он стоял вообще. И вот я думаю, что кто ниже, туда и бошку не одирает вообще. Что там что-то есть. Может, что так и у вас где-нибудь его там странно разместили. Знаете же, вот эти ребята, как они там называются. Короче, вы поняли. Они же там размещают всячески странно вещи. В магазине как-нибудь подвигают все полки так, что ты потом ничего не находишь и просто ходишь потерянно, не понимаешь, что тут произошло. Какое-то ледовое побоище было, где где капуста, где морковка, где чё, куда что делать, почему все местами поменяли, типа, а какие мы молодцы, да не молодцы вы что думаете, кто-то будет идти и покупать и теперь что-то больше вещей всяких, нет, просто вы человека нервируете, который пришел, зная, что ему надо это, а тут он приходит на эти места, а там ничего нет, он тратит свое личное время. Короче, такие вот... Товарищ, да ты не в магните ищи, в других местах ищи. Для меня, для самого было чудо, что я его увидел в магните. Так обычно там либо Pepsi, либо кола, ничего такого нет. Ну, может, еще какие-нибудь там тех же самых фирм и компаний, которые делают всю ту же самую продукцию. Что-нибудь еще лежит и все. Хорошо. А, хорошо. Аж обои от стенок отклеились. Помните, да? Замечательную пасту. Да. Мне нравятся люди, в кавычках, ну, те, которые видят, что время заканчивается, они такие сразу отключаются от стрима. Типа самые такие, которые первые бегут с корабля, вы сами знаете кто, да? То есть такие, все. То есть они пришли, вот прям вот потребители, халява что-нибудь, на халяву потреблять. А, время кончилось, надо уходить. У меня просто графики рисуются, и прям видно, знаешь, заканчивается время у меня вверху, они такие, бум, отвалилось человек 5, прям ровно. Думаешь такой, интересно. Что такое? Что это за феномен? Как это называется? Интересно. Вот, кстати, например, Zastone D9000 визуально он, ну, прикольней, чем 9800. Опять же, почему? Потому что он вышел позже. Опять же, потому что это там Icom, у них свой дизайн, свой путь. Мне очень нравится техника Icom, трансиверы. Боже, какие были у них прекрасные трансиверы. Жалко, что, конечно, прекратили выпуск. Сейчас бы такой найти в идеальном состоянии, со всеми модулями. И антенну бы поставить, я был бы на 10-м небе. Но они очень миниатюрные, компактнейшего размера, просто сказка какая-то, прекрасный информативный дисплей. Ну, в общем, Япония во всей своей красе, вот насколько можно. У Яса, вот то, что мы вот рассматривали до этого, ну, просто она чуть старше, поэтому. Ха-ха, Кирилл лайфхаки выкладывает. Ну да, такое бывает. Но у Zastone 9000 у каких-то, по-моему, был диапазон CB, а у каких-то, по-моему, не был. Что-то там такое мутили китайцы. Я уже сейчас не вспомню. И там управление малость менялось. То там чуть-чуть так сделают, то чуть-чуть этак. Вот не вспомню. Но у меня где-то на нее есть обзор прям, поэтому вам лучше там посмотреть, и будет гораздо понятнее. Посмотрю, спасибо. Да, ну как обзор, там у меня не обзор, как первый взгляд, Потому что до обзора не дошли, не хватает приборов и материалов. Александр, Олег, спасибо. Какую рацию брать, чтобы 200 и 400? 200 и 400 мегагерц? Какие-то морские частоты? Что за 200 и 400? Ну, какую? Там, где 200 и 400, или там, где можно больше расширить диапазон? Я просто не пойму, что 200 и 400, чё? Уточни. Уточни, сейчас все найдем. Поищем. За соточку так, неспешно, глянем. Но поищем. Уточни, пожалуйста. Я пощелкаю клавиатуру и поищу. Что именно ты хочешь, потому что непонятно. Что там ты будешь работать? В чем? Зачем? Почему? Это тоже очень важно, на самом деле. Многие забывают такие, ну, как казалось бы, небольшие аспекты, да, но почему-то игнорируют их. А зря. Надо. Надо все писать. Спасибо еще за соточку. Ты можешь написать сообщение в чате. Я так понял, что этот... За две соточки мы еще больше поищем, безусловно. А, это Андрей, это кто-то другой. Оу. Извиняюсь. У меня просто мелькнуло, что соточка, я подумал, что это тот же самый человек. Извиняюсь. Да, кстати, вот, Александр, устраивайся. Там ищи себе местечко в комнате. Андрей Л, я так понимаю, это спасибо огромное тебе, дружище. Давно не было от тебя донатов. Рад тебе, что ты вернулся. Метатрон сканер Icom за 10 тысяч нормальная цена БУ. Надо смотреть по состоянию, Константин. Любая вещь БУ. Я почему не берусь, ну, вот там, оценивать это? Потому что, ну, ты же знаешь, что любая вещь БУ может очень быть по-разному. Прям вот, ну... Одна нормальная, вторая будет какое-нибудь говно там. И я скажу, типа, да, нормально. Окажется, вдруг там дерьмо-вишее тебе продадут. И ты потом скажешь, блин, ты сказал нормально, я купил, а там говно. Так что БУ вещи надо проверять. Это на свой страх и риск. Я поэтому и не рассказываю про БУ вещи, потому что это рождает много таких всяких друзей, которые потом что-то накупят, а потом мне дизлайки ставят, ходят, типа, это ты виноват. Я жду просто от Александра, получается, да, сообщение, что за 200 и 400. Что он куда-то пропал. И я в кучу. В кучу? Хорошо, в кучу, раз так в кучу. Спасибо большое. И я в кучу. Константин сердечно даже отправил. Тоже. Константин, где ты тут? Где? Вот ищите себе место, чтобы ваше место не забили тут на нашем экране. Замечаю. Вот там, смотрите, газировка есть. Вон кто там колы хотел? Там две бутылки. В одном кола, во втором неизвестно, что за жидкость. Но можете попробовать. По виду он вообще не пользуется. Но на фото мы ж не знаем, что за фото. Ну вот, как бы... Так-то вроде бы и нормально цена. Ну, старенький такой себе. Ну, ну да, там, вполне себе неплохой. А что делать будешь с ним? Как бы... Попутал, подскажи рацию на 7 АСМ и 2 метра одновременно, если есть такое, кроме Китая. Ага, даже так, Александр, спасибо огромное. Вот это ты попутал, просто пипец как попутал. Я понял, в общем, тебе двухдиапазонная радиостанция нужна, кроме Китая. Вот то, что я говорил про Ясу, можешь посмотреть на эти Ясу. Это вот если кроме Китая. Ну вот прям такого нонейм Китая, или даже не нонейм, но Китая. Любительские станции двухдиапазонные — это либо Icom, либо Ясу, которые можно найти. Мне слева от котов на окне, пожалуйста. Ты мне подоконник сломаешь, видишь, там окно такое в японском стиле. Ну ладно, пожалуйста, не простудись, не простудись. Сейчас я всем все отвечу. Начнем с Александра, я так понимаю. Что можно еще двухдиапазонное посмотреть? Смотри, если это Ясу, то несколько моделей. Они старые модели, но они до сих пор актуальны и вполне себе неплохие. Это FT60, это Ясу VX-6R, 7R, там 8R, ну и так далее. Цена на них, конечно, гораздо выше, чем за китайца. Если китаец стоит $20 в базарный день, а то и меньше, то Ясу, там какая-нибудь VX6R, там самая популярная, у которой есть недостатки, про которые я говорил, она будет где-то 250 стоить. То есть разница на порядок в 10 раз, даже чуть больше. Прекрасная любительская станция. Вот опять же, прекрасный приемник, опять же. Есть детские болезни. Если хочется без детских болезней, то стоит обратить внимание, может быть, на 8R или на 7R. 7R мне вот, например, очень нравится. Не знаю, дизайн, корпус, что-то такое. Но, опять же, если ты хочешь взять какую-то рацию, которая вот прям новая-новая, вышла там в этом году, ну или там в том году, то особо такого ничего нет. Я даже больше скажу, те же Ясу и другие фирмы, они сейчас новинки свои делают на... Как бы так сказать... помягче. Ну, в общем, на РДА делают новинки. Они называются Ясу, стоят прям так дороже сильно, но никак там FT60 или VX6R, 7R. Вроде и новинка, вроде и дешевле, и вроде Ясу. А по факту внутри Baofeng, грубо говоря. Это причем оригинальная Ясу. Вот до чего довел китайский рынок с Бауфенгами Ясу вообще, то, что они перестали дизайнить какие-то радиолюбительские станции поинтереснее. Не, у них и есть они, но там цены уже совершенно не демократичные. Так что вот как-то так. Это самые будут оптимальные по цене качества, наверное, Александр. Все, что можешь сказать, если это не Китай. Либо на Icom посмотреть, в принципе... Кенвуды это будут что-то бэушное и старое. Вот. Наверное, вот как-то где-то так. Так, Константин, теперь ты. В кучу. Что делать? Эфир слушать? Я вообще не представляю, зачем нужны сканеры, почему рация не может быть сканером. Рация может быть сканером. Сканер, он просто сканирует у тебя... За одну секунду там, грубо говоря, до хрена, а рация медленно и печально. Олег, спасибо огромное за ответ. Это я донатил. Ну, я так и понял, ты же и тут спрашивал. Я же тут-то и думал, что ты тут дополнение напишешь. Ну, спасибо, что туда написал, приятно очень. Это если ты хочешь не Китай. Ну, сейчас Ясу делается в Китае, но это Япония. Фирма японская. Можешь найти где-нибудь, может, японскую сборку какую-нибудь. Но смысла в этом особо большого нет. Они очень качественные и хорошие. Но учти, если ты купишь Ясу, ну, там, самую простенькую, в смысле, из недорогих, там, 6R или 7R, да, то готовься, что у тебя будет инструкция такая, там, ну, условно говоря, там, листов 150, и тебе придется вникать в это все. Вот. Очень увлекательно, прям станешь реально радиолюбителем. Если ты ее не разобьешь, да, то, значит, как говорится, ну, заинтересуешься. Ну, можешь и разбить, потому что многие не выдерживают там всех все это запоминать, держать в голове. Я вот многое не помню, что там в Ясу, потому что давненько ей не пользовался. У меня там вообще аккумулятор сдох. Печально, да, ну там что поделаешь. Надо новый аккумулятор покупать. И, естественно, да, новые всякие там запчасти, в плане даже, ну, не запчасти, а какие-то компоненты типа аккумулятора, еще что-то, оно стоит у брендов достаточно дорого. Ну, ничего не поделаешь, потому что бренды. Вот так вот. Но это прям будет вот, что шестерка, что семерка. Ну вот, есть деньги лишние, возьми лучше тогда семерку. Есть вообще много денег, возьми восьмерку. Ну там вообще, наверное, черт ногу сломит. Там многие функции, они вот именно радиолюбительские, понимаешь? Прям ты должен быть охрененным радиолюбителем, прям до мозга костей, прям вообще, чтобы ж тебе все надо, тебе надо там все, что только можно, вот да. Так, теперь Константин, что делать со сканерами? Хочет купить сканер. Не знаете, что делать со сканерами? Ну, купите, да, сканер это хорошо, сканер это приятно. У меня нет никакого, например. А хотелось бы тоже. Давно что-то такого мне ничего не было. Вот. Приятный миниатюрный сканер. Большой широкий диапазон. То есть ты его мгновенно просматриваешь, понимаешь, Константин? Если даже там какая-нибудь любительская станция от Baofeng, ой, господи, что Baofeng, от Ясу будет... Baofeng вообще там будет медленно сканировать. От Ясу будет более-менее пытаться что-то быстро сканировать. Сканирующий приемник, ну вот знаешь, как в этом анекдоте. А Яквин проехав вьють, а Яквин должен был проехать, да, вот так и вот, ну, это анекдот про Украину, гаишников, как вот они там, и типа там, вы превысили скорость, да, а как вы узнали, вот тут вызывает, по рации вызывает, друзья, по рации, о, рация, видите, все по теме, вызывает по рации, и спрашивает, як він проехав вьють, а як должен був проехать. Да там, вот видите, это даже не украинский, а суржик, да, какой-то. Там не должен, а повинен. Вот. Говорит, так должен был проехать. Так и точно такая же разница будет и в сканировании. Там написано, с какой скоростью на самом деле он сканирует. Я просто думаю, что ты, ну, уже заглядывал в инструкцию и читал, поэтому больше тут тебе ассоциативный ряд выдаю. Вот. Любой Baofeng за 2000... Что значит можно сделать сканером? Ты можешь включить у него, да, сканирование, и он будет тебе сканировать с очень медленной скоростью, там, с заданным шагом. Тык, 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 вот так. А сканер, чем он круче, тем он быстрее. У сканера это будет как-то вот, как-то так. А ты музыку на стриме слушаешь? Ну, сейчас же фоном играет какая-то музыка. Да, привет, привет. Я просто не найду информацию, с какой скоростью он сканирует. Я-то думал, ты уже почитал. Слушай, бери, я бы взял. Я бы себе взял. Было бы у меня лишних 10 тысяч, я бы себе взял бы такой. Тем более, если в хорошем состоянии. Он японский, классный. Почему нет? Ну вот ты... Ну что ты на Baofeng насканируешь? Ты не знаешь, где кто разговаривает. И пока ты вот это медленно сканируешь, и просканировал только что эту частоту, и сканируешь дальше, ну, выбрал там диапазон какой-то, к примеру, да, и дальше сканируешь. То же самое там на Ясу ты можешь выбрать диапазон и туда-сюда по нему сканировать с шагом заданным. А сканер это делает гораздо-гораздо быстрее, то есть очень-очень-очень быстро. 50 в секунду, ну вот, пожалуйста. А у Baofeng это будет 50 секунд. Вот тебе вся разница. То есть ты... Или дольше даже. То есть ты пока тут частоту сканер там или твой Baofeng слушает, например, а там ничего нет, и он дальше Baofeng идет. Вот это медленно. 50 секунд он идет, И предположим, что у тебя вот как раз задано 50 отрезков, то есть ты вот такой диапазон взял, где вот и там, не знаю, отрезок, что у тебя выходит 50. И вот ты пока на Бофенге первые, послушал, дошел до последнего, чтобы вернуться на первые, а пока ты слушаешь второй, на первом кто-то заговорил. Они говорят, а ты 50 секунд, ну, точнее, чуть меньше, все еще слушаешь. Ну ты понял, да, в общем? Мысль. Пока ты вернулся на первый, тебе уже перестали говорить. У тебя опять тишина, и ты сканируешь, и ничего не высканируешь. Тишина, да что за фигня? А в то же время, как только ты включил свой сканер, то ты за секунду уже узнал, кто говорит, кто не говорит. Вот если ты именно вот отрезок в 50 шагов решил сканировать. То есть это очень быстро. Ну как, относительно любой другой как бы рации. Рации сканируют очень медленно. Там что-то найти. А радио, как бы, переговоры, они же не длинные, они же не рассчитаны на то, чтобы там 2 часа что-то рассказывать. Это же не стрим. Там сказал, выключил и все. А ты мимо прошел, ты ты не услышал даже, что там кто-то говорил на частоте на этой. В общем, сканеры, на то и сканеры, они очень быстро все бегают по частотам заданным и сканируют. И у них, опять же, у сканеров огромный охват частот. У того же Бофенга что ты посканируешь? 2 и 70 и все. А у Айкома от 0,15 до 1309 мегагерц. Вот. Плюс все это удобно разбито на 9 дополнительных таких поддиапазонов с шагом от 5 до 100 килогерц. Все. То есть ты можешь радио какое-то найти на нем и слушать. CB какой-нибудь найти на нем и слушать. То есть там что хочешь, можешь найти на нем и слушать. Виды модуляции, что хочешь, там кушай, чем угодно. Практически. И чем круче сканер, тем офигеннее. Я буду завидовать, если ты себе такой купишь сканер. Буду прям люто-дико завидовать. Прям буду, ох ты, какой Константин, какой, купил себе сканер такой. А я вот только Pepsi купил. Вот, на сканер мне никто денег не даст. У самого у меня нет. Ух, какой. Буду тебе это, хейтить тебя буду постоянно, Константин. Постоянно буду хейтить, говорить, вот это Константин-то, он ишь какой. Вот, значит, не любая рация может быть сканером. Почему любая рация может быть сканером? Ну, просто она будет сканером в своем отрезке диапазона. В чем проблема-то? Она же сканирует. Медленно. Сканер. Сиськи. Цветок. Одинаково. Ты чё? Кто понял отсылку и видел «Черные паруса», по-моему, так назывался фильм. Точнее, не фильм, а сериал. Я вот буквально несколько серий его видел, и вот эту серию видел, я ржал с этого момента дико. А потом через, не знаю, там года 2 мемчики начали на этот момент выкладывать. Так, я так понял, это VX-6, 7, 8. Ну да, что-то из этого можешь выбрать. Это бюджетно, и это будет не Китай. Это будет вполне приличный приемник. Да-да-да. Я бы посмотрел на модель 7. В какую цену она сейчас, ребят, подскажите? Мне что-то хочется 7-ку, не знаю, нахера на мне. Ну хочется, вот хочу Ясу номер 7. У меня есть-то Ясу 2, получается VX2, да? Но это когда оборудование Ясу продали Застону, и они пока еще горячо было, напечатали партию VX2R, или не R, я уже сейчас могу вам тут шляпы наговорить какой-нибудь. Ну, короче, вот я тогда ее купил. Помню, там хейта было столько, вообще с жопой ешь. Там, правда, ее нужно было немного доработать, и у меня такая есть маленькая Яска, которая прям няшечка. Сейчас таких уже нет. Вот видите, опять же, рынок много чего потерял. Очень миниатюрные, хорошие станции с интересными приемниками. Но вот ту застоновскую можно модифицировать. Я это делал. Я даже отправлял людям часть деталей для модификации зрителям. Вот настолько я добрый был. Понимаете? Сейчас бы я никому ничего не отправил. Да ну к черту. Делаешь доброе дело, а тебе еще говном сверху льют. Вообще не хочется потом ничего делать. А тогда отправлял. Просто я купил как бы детали, да. Их там нужно, по-моему, 2 или 3. А у меня их там, ну, там штук 10. 6-я версия стоит 18500. Это новая, да? А 7-я, если еще есть в продаже. Может, ее уже и не быть. Ну, вот тебе разница. Вот тебе разница, Александр, да? То есть... Как я и говорил, $20 и $250. Но будет отличаться прям, ну, берешь в руки, понимаешь, вещь, как это модно говорить. Но у шестерки есть проблемы, как и у многих Ясу этой серии. У них там ломается одна деталька через время определенное. Очень неприятно, что она ломает, и это не гарантийный случай. Там фильтр летит, короче. Потом надо этот фильтр менять. Может, у тебя и не полетит, но это детская болезнь, у них уже там много лет, они ее и не фиксят. Потому что у кого-то летит сразу, у кого-то летит уже там много времени проходит, и человек типа такой, ну уж прошло сколько лет, самое время бы и сломаться. Так что дело-то такое. Константин, ты уже купил, да? Ты уже купил, вот ты стопудово уже купил Icom, да? Бери, дружище, будешь слушать всех, антенну себе купишь хорошую. Радоваться будешь жизни. А вот я уже нашел сразу 7-ю серию. Сейчас я посмотрю, продается она или нет. Ну, скорее всего, продается, господи. Не тут, так там, не там, так здесь. Прикиньте, не продается, если... О, нет в наличии, твою Машу, ой-ой-ой, нет в наличии. Снято с производства. Вот видите, горе-то какое. 7-ку-то с производства сняли, бог ты мой, я так ее и не заполучил. Все, плакать буду. Травма души, что же делать? Я так хотел Ясу VX-6R. Бог ты мой, а? Что же делать? Я не знаю. Снято с производства, нет в продаже. Какая она милая радио... Сейчас буду ее вспоминать прям. Какая она хорошая была. Ну, в общем, вы поняли. Божечки там. Какая она прикольная. Не, там тоже, конечно, недостатков более чем, но... Мне хотелось ее. Жалко, что ее теперь нет. Скорее всего, только на БУ-рынке. А на БУ-рынке уже не хочется. Как-то БУ-рынок. Кто-то там ей пользовался, в жопе ковырялся. Вот... Кстати, китайцы делают, ну, всякие рации, называют их там по-разному, которые внешне очень похожи на Ясу. Так что смотрите, если будете покупать, не нарвитесь там вам, ну, то есть внешне осматривайте при покупке там все детали, чё да как-то, потому что как бы можно купить, а там кот в мешке, как говорится. Не очень будет-то приятно. Не, на самом деле шестерка это прям такая, знаете, железная классика, которую прям все любят. И раньше, когда не было китайцев, богатые менеджеры, у которых денег жопа ешь, они покупали именно Ясу VX-6R для того, чтобы разговаривать друг с другом на рыбалке в зоне прямой видимости. И типа, какой звук, $250 отдал, видишь, как хорошая рация. О, ты меня видишь? Вижу, я тебя слышу, я тебя вижу. О, класс. Хорошие рации мы взяли, да, хорошие. Уважение. Часы золотые, да. Какой-то неправильный менеджер у меня получился. Хотя, может, и правильно. У 6R постоянно будет лететь фильтр или заменил разок и все? Заменил разок и все. Не, у тебя он может и не полететь, и ты не особо не волнуйся. То есть эта проблема есть, просто она, о ней особо никто не говорит, либо говорят очень мягко говорят, типа, да, все нормально, как бы, ну, бывает там, ну, ну как-то так, ну, типа, нормально. А кто-то вообще ничего не говорит, так что вот, дело такое. Может, у тебя и не полететь. Да, жаль. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Ну, значит, что, теперь хочется, наверное, 8-ю, да? 8-ю хочется. Она стоит 20, вот 28 тысяч стоит 8-я версия. 28 тысяч, друзья. Скидываемся в донатах. Всего лишь 28 тысяч рублей. Всего лишь 28 тысяч. И ее тоже нет в наличии просто. Но ее хотя бы нет в наличии. Ее не сняли с производства. Не, ну это дело все такое. Знаете, эти аппараты ты должен прям, ну, в поле путешествовать. Если хочется слушать, вот я бы как Константин взял бы сканер лучше. Но я, конечно же, не возьму ничего. Потому что денег нет. А, ну еще яски, они влагозащищенные, то есть такое дело себе. Вот. Ну, лучше брать новую, потому что БУ я бы не рекомендовал брать БУ. Это, ну, особенно дешевая БУ. Ой, это там можно на такое что-нибудь нарваться. Вдруг там внутри какой-нибудь ремонт и как бы все. Вся радость от дешевой покупки закончится быстрее. На Авито этого будет много. О, господи, почему ты скрываешь слово-то? Ну, это будет на Авито этого говна сколько хочешь. Просто, опять же, на Авито, вот я как помню, заходишь, какая-нибудь, ну, там, стоит очень дешево, какая-то слишком дорого, какая-то такая в среднем. И вот везде, где, ну, где дешево, тоже какое-нибудь наеживание. То есть надо в руках держать. А Авитош это в основном как бы удаленно заказал, купил, дожди, пока там тебе по почте придет или еще по какой-нибудь там доставке. Поэтому стрёмно как-то рацию брать. Ее-то так, ты знаешь, ты ее будешь когда так брать вживую, бэушную, если, то, ну, это уже... много надо провести времени, чтобы прям вот сказать, что да, все работает, все окей. Это очень сложное устройство. Сложное и редко, им редко кто пользуется. Тем более это, если ты берешь первый раз, то ты вообще ничего не знаешь, а что смотреть-то в ней, что делать с ней. Поэтому я рекомендую всегда брать новое. Если есть деньги, вот берите новое. И вы будете гарантированно уверены, что она новая. И у вас будет гарантия, даже если что-то с ней не так, вы отнесете и скажете, ребята, что-то с ней не так. И вам ее будут ремонтировать, заменят, там, деньги вернут, ну и так далее. Закидывать еще вопросы. А, знаете, что еще интересно? Хейтерам не нравится, как я рассказываю. Им надо этот академический язык. А мне не хочется академическим языком рассказывать на своем стриме. Это же мой стрим, это такое живое общение, ну такой радиоэфир. Прикольно же. Как бы, зачем академический язык? Я не хочу ничего академического. Я что, академик вам? Я что, это академик, что ли? Ты чё? Так, новое, но и в Африке новое. Ну да. Да, безусловно. Как дышу, тоже не нравится, да. Не дыши. Мечта. Кстати, в Африке очень интересные мобильные телефоны. Очень классные, с кнопочками. Максимально защищенные. Вот у нас таких нету. Будете в Африке, посмотрите, какие там телефоны. Ну, либо загуглите. Там такие монстры интересные. Не знаю, кто их делает. Такое ощущение, что просто кто-то со старых трубок с добавлением новых. Я таких не знаю, где найти. На Али их точно нет. Ну, какие-то, может, и есть, но там бывают очень классные, интересные телефоны, в которые много что в себе совмещают, там солнечные батареи постоянно нужны, все такое. Надежная должна быть связь, там максимально защищенная. Вот там вот выживальщики, да. Там прям, знаешь, такой кибер-дизель-панк, все вместе намешано. Такие африканские телефоны. Это причем не то, что типа у них там старые телефоны а-ля там, не знаю, начало 2000-х, окончание 90-х. Нет, у них эти телефоны новые, их делает кто-то, какие-то фабрики, ну вот именно туда, для рынка Африки. И там они пользуются большой популярностью. Не, безусловно, там, скорее всего, есть и какие-нибудь айфоны у кого-нибудь, но в основном вот у населения вот что-то такое должно быть надежное. Там 5 дней в пустыне идешь, жопу песком вытираешь, вот, а телефон должен работать. Типа там, ты там долго еще? Я еще 5 дней иду, через 6 буду у тебя, жди. Все, смс-ку отправил, круто. Вверх ее хоба, короче, подкинул, смс-ка отправилась. Пошел твои видосы смотреть про Ясу и Icom. У меня, по-моему, нет видосов про Ясу и Icom, как бы. Наверное, это не мои видосы. Ну ничего, иди смотри любые видосы. Читай. Видосы смотри и вот это все прочее разное. Ну, лучше почитай, на самом деле. Там сам решай, короче. Я просто, когда информацию всю эту брал, ну, никаких видосов не было, и я до сих пор в основном-то всю информацию читаю. Просто я быстрее читаю, наверное, чем слушаю. Если я что-то слушаю, то это на ночь, как я сейчас рассказываю вам ночью, да, час ночи мы тут сидим, что-то трещим. У нас там кто-то слушает, молчит, 22 человека слушает нас, а в пике было 28, например, вот недавно. И, ну, кто-то просто лег и засыпает просто-напросто. Слушает, как я там что-то рассказываю, легкая музыка на фоне что-то там играет. Вроде бы не громко, никто не жалуется. И человек такой засыпает. Да-да-да, что-то про Ясу, ой, как интересно. Когда-то я маленький был, мне хотелось тоже рацию себе. А, может, и куплю. И все. Понимаете, вот... Жопу песком даже представить страшно, пишет Константин. Я бы больше рассказывал, друзья, и про Ясу, и про Icom. У меня денег нет просто их покупать. Я не владелец магазинов, я не продаю радиостанции, я не ремонтирую радиостанции, не обгрыжу их, и чтобы продать. Поэтому в основном, кто показывает какую-то технику там на постоянной основе, типа рации, там еще что-нибудь, они в основном все продают. Олег, все равно спасибо за ответ и совет. Спасибо тебе, Александр, за донат. Вот видите, как всем приятно, все довольны. И ты запомнил все, что я рассказал, например. А вот если бы я рассказал без доната, скорее всего, ты бы ничего не запомнил. Сказал бы, да, пойду лучше посмотрю чей-то видос. Там-то лучше расскажут. А этот что-то только деньги ему давай, да деньги. Я-то на СДР слушаю. Чтобы уснуть? Ну, есть такое, да, у меня тоже бывает. Бывало, сейчас вот в новом месте я не организовал себе местечко. Ну, потому что, опять же, говорю, нужны антенны, а антенн у меня пока что нехватка дикая. А раньше, да, у меня стоял радиоприемник, и я прям слушал эфиры. И опять же, вот на радиоприемнике что удобно. Вот про радиоприемники посмотрите, у меня тоже видео. На радиоприемнике что удобно, можно выставить, опять же, время, через сколько ему выключится. И ты просто включаешь каких-нибудь там радиохулиганов, например, и слушаешь, почем нынче картошка где-нибудь в Волгограде, да, и приятно тебе становится, засыпаешь. Потом кто-нибудь придет, несущую включит, зараза, и, блин, приходится крутить. Дальше крутить. А так, да, пожалуйста. Так, тут у нас в чате пишет секретный агент, что вот у него такой замечательный сканер, какой он быстрый. Да-да, мы знаем, буржуй хренов, у нас такого нет. Хорош мне сканерами тут закармливать. Я и так сейчас я себе сканер захочу, а денег нет. Буду ходить расстроенный, депрессия будет у меня. Не надо. Давайте не будем, друзья. Я и так стараюсь как бы поменьше. Мне бы было интересно все это рассказывать и показывать. Ну, кто ж мне даст эту всю технику? Где ж я ее возьму? А про китайские радиостанции, которые доступны всем, я рассказал все. Китайцы сейчас просто меняют внешний вид и удешевляют технологию, а так все то же самое, что и было. То есть я старался рассказывать про доступные радиостанции. Как бы Ясу не каждый купит, да? А те, кто купит Ясу, им меня, может, и не надо слушать. Они и так сами все знают лучше всех, потому что там где-то в другом месте послушали. Так, да-да-да. А, ну еще преимущество, друзья. Преимущество, если вы подписались на Patreon, то вы можете выбрать, ну или на Boosty, вы можете выбрать определенный тир и попасть в наш секретный чат. Кстати, была мега-акция вот в декабре, туда могли попасть очень много кто, и кто-то даже профукал этот момент, а мог бы быть уже в чате. Да, есть такое замечательное место. А кто-то успел. Но, тем не менее, кто успел, молодцы. Ну и сейчас можно туда попасть. Вот, но нужно выбрать будет тир больше, чем на $5. Там, в общем, все написано в описании. Зайдите, гляньте, ссылочки внизу. Там, на Телеграм подпишитесь обязательно. Это мемчики про котиков, конечно, выкладываю обязательно. Видео, которые новые выходят. И делаю объявление о том, что начался там тот или иной стрим. Что тоже очень важно. Вот. А стримы еще на лайв-канале выходят. А если вы туда не подписались, то, например, ну вот не подписывается вам, душа не лежит. А в Телеграме вы увидите, что там начался стрим. Нажмете, перейдете и послушаете. А вдруг он будет каким-то эксклюзивным, да? Вот кто на прямые эфиры-то попадает, они же как раз-таки все самое интересное слушают. Потом, кто не успел, да, они приходят, о, был какой-то эфир, нажимают ну вот им на почту уведомления приходит, они нажимают «Открыть видео», а там надпись появляется «Видео заблокировано» или «Видео удалено». Вот некоторые даже зрители, тут не так давно зритель был один, он пришел с претензией, что его забанили. По-моему, это друг Андрей Элла был. Или нет, я могу ошибаться. Он пришел с претензией, что его забанили. А оказывается, он просто, ну, позже приходил на стрим, когда они уже закончились, ему приходило уведомление, он приходил и видел надпись, что стрим заблокирован, и он решил, что его заблокировали. Вот, и как бы все. А стрим уже просто закрытый оказывался, и был доступ только на Патреоне и на Бьюсти. Кстати, куда-то он пропал. Какой-то он был ютубер, насколько я помню, там у него какие-то видео были. И он пропал после того, как он начал рассказывать, что ему в комментариях там под видео начали писать хейтеры, мои хейтеры, типа, начали ему писать, ну, что-то вроде: ты чё там тусишь с Метатроном, ему только деньги нужны, ну или что-то такое. Ну, блин, конечно, мне деньги нужны, а вам разве не нужны деньги, господи? Ей-богу, вот это вот ханжество. Вот хейтерам-то точно деньги нужны. Они бы без денег не смогли бы хейтить. Они бы на заводе работали. А так они сидят. Откуда-то у них деньги. Вот это вопрос. Я бы проверил. Это очень важно и интересно. Вот. Ну, куда-то он потом пропал. Я думаю, его куда-то загнали хейтеры. А, нет, не пропал. Иногда слушает. А, да ты чё, круто. Я даже, видишь, вспомнил, что это твой друг. Причем я сомневался, твой ли друг или другого какого-то человека. Ну, тоже кто-то у нас еще есть. Ну, это может быть и не друг, знакомый, но он что-то такое рассказывал. Да что скажет меня слушать? Дурак какой-то. Чего слушать? Какую-то ересь несет постоянно. Дай денег, дай денег. Ой. Ну, невыносимо, невыносимо. Что это за обстановка на стриме, когда стример просит денег? Попрошайка, вообще попрошайка. Иди на завод работай. Ах, да, старые добрые времена. Обожаю таких хейтеров. И вот интересно, вот прям вот, ну, вот как мне без сканера теперь, а? Вот я что ж хочу теперь сканер. Если меня слушают какие-то магазины, которые продают радиотехнику, а подарите мне сканер, я на него обзор сниму, честный, правда, обзор будет, и вы уж извините, даже за подарок за такой я рекламировать не смогу вас, потому что мне совесть не позволяет. Но я думаю, сканеры-то все, в принципе, нормальные. Ну, конечно, я к чему-нибудь допридерусь. Хотя иногда бывает вот вещь, хрен к чему придраться тут, ни к чему нельзя придраться. И тут же хейтеры. А, ты ничего плохого не сказал, значит, это реклама. Да, да, именно так реклама и выглядит, когда не сказали ничего плохого, да. Именно у меня, конечно же, у меня реклама. У меня на канале, где там 40 тысяч человек, у меня только и делают, что покупают рекламу. Серьезно, я был бы счастлив, если бы у меня покупали рекламу. Я думаю, бы все вы, вот кто сейчас в чате, кто участвует в разговоре, я думаю, вы все были бы вообще не против, если бы у меня на канале была реклама. Потому что, ну, все же понимают, что если бы была реклама, за это бы платили деньги. Если есть деньги, значит, можно развиваться. Что-то новые видео какие-то отснимать, да? Было бы круто. Но рекламы-то нет. Это печально. И это печально. Да, тут вот недавно еще один человечек начал рассказывать про то, что YouTube там скручивает просмотры у него, там все такое. Начали еще до кого-то эти алгоритмы ломаные доходить. Это интересно. И это интересно. Ну что вы уснули-то? Давайте, закидывайте вопросы. Может, другую тему какую-нибудь предложите. Все замерли, все... Мне кажется, что сейчас все кинулись, во-первых, сканер купить, чтобы Константин не успел купить, пока он там представляет, как это жопу песком вытирать и насколько это страшно. Вот пока ты это представляешь, вот Визитор, он уже себе Ясу купил, 6-ку, и сканер тот, который ты спрашивал. Если это где-нибудь на Авито лежит. Стопудово. Хейтерши никакие хейтят, например, ну и кто-нибудь из хейтеров может это тоже сделать. Все радиостанции скупили, короче. И все сканеры. А потом ходит, это Метатрон виноват, он людям внушает. Это мозги контролирует. Да, такие истории были, такие истории. На лоб не натянешь. Сколько у людей фантазии замечательного и свободного времени, главное, чтобы это все придумывать. Это великолепно. У нас еще просто 19 минут есть. Мы тут прям... Короли, 19 минут, а вопросов нет. Друзья, которые не в донат что-то хотят спросить, но не из разряда «А что мне купить лучше?» да, там, ну вы пишите прям тут. Причем это, друзья, не забывайте, минимальный донат всего лишь 50 рублей. 50 рублей — это булка хлеба. Булка хлеба сейчас дороже стоит, кстати. Зашел я тут в магазин, А там они открыли какую-то мини-пекарню у себя, ну или что-то такое, видимо, какое-то нововведение. И вот у них хлеб продается. Я хотел купить, а он стоит что-то 68 рублей. Я не купил. А очень хотелось попробовать на самом деле. Он такой красивый был, так вкусно пах. Пришлось купить обычный хлеб. Ну как обычный, такой, знаете, который через 2 дня весь в плесени. Вот такой хлеб я ем, да. А хороший хлеб 50 рублей. Ну или 67, 68. Вот этот хороший хлеб из муки, настоящий. Дороговато. А так хотелось, так хотелось. А сейчас знаете, что самое классное? Вот после Нового года ввели там же законы эти. Сейчас масло, которое натуральное масло, оно отдельно теперь лежит. И там прям написано, что это вот это масло. А все остальное это какой-то маргарин. Боже, как это прекрасно. С одной стороны, а с другой стороны смотришь на это масло и понимаешь, что купи хлеб за 67, за 68 рублей, купи масло за 150 или за 120, там меньше вообще, очень мало будет грамм. И, короче, и все, вот все. Это просто, чтобы хлеб с маслом скушать, с чаем. Я проверял, не купили еще. Блин, сейчас купят. Сейчас купят. Я тебе говорю, купят. Хайтера, да, вполне себе неплохо. Но стоит ли, понимаешь, тут же видишь. Если выбирать что-то, ну хз, ну хз. Я бы, ну это ты хочешь как дома воткнуть, я бы что-то взял типа 9800 или 9000. Ну вот, для двух диапазонок. Гораздо удобнее, информативнее. Это вот именно как в машину куда-то закинул, запрограммировал. Все, что надо, и вперед. Вот там, да. 512 каналов, ты что там, обосраться можно. Сколько хочешь. СМС всякие там. Ну, просто так для дома брать, типа, такое себе. Такое себе, такое себе. Ну, это лично мое мнение, вы там особо меня сильно-то не слушаете, я надеюсь. Я же только говорю свое личное мнение. Ничего большего. Хайтера, да, да. Но они такие новенькие относительно. Где там они, не знаю, в Китае где-нибудь, в каком-нибудь таком городе. Типа, не знаю, Шэньчжэнь, Ухань, еще где-нибудь. Ну, в таких бизнес-городах производства. Но в основном вся электроника в Шэньчжэне где-нибудь. Такие вот заводы по рациям, вот все в основном где-нибудь там. Натыкано. Так что, ну дело такое. Ты выбираешь по цене все, да? Как бы думаешь, чё бы. Ты знаешь, ну если тебе хочется взять, чтобы не заглядывать, да, потом бери, как, ну, что-то такое прям... Если это китайцы, то вот те, что я назвал, 2, например. Если это вот такие, как вот так, но это вот, ну, вот прямо на автомобильное. Это, ну, дома ее не поставишь, только в автомобиль. Дома с ней неудобно будет работать, некомфортно. Самое главное, что это уж удобство работы, раз туда, раз еще куда-то. А если ты тем более хочешь взять сканер для того, чтобы слушать, то, например, ты слышишь, кто-то говорит там, да, а ты хочешь с ними взять и поговорить. А на этой что ты будешь делать? Программировать ее будешь? Пока там, давай-ка быстрее попрограммируй мне. Такое себе. Регистрировать желательно радиостанции, даже Baofeng. Но если вы планируете разговаривать, то, конечно. А если вы просто владеете, то это не обязательно. Хотите пример? Вы можете купить автомобиль, можете им владеть. Просто вы владелец. У вас даже прав нет. Вы не можете управлять автомобилем. Но владеть вам им никто не запретит. Вы купили, вы владелец. Но это все юридические тонкости. Это уже не ко мне. Это уже к юристам, друзья. К таким, к специализированным. Ну что, будут еще вопросы? Не будут? В сканер нельзя говорить, конечно. Нет, это только сканер. Ты че, отчинись. Константин. Выпей таблетки. Как сейчас говорят. Ты не знал, что ли? Нет, сканер нельзя говорить, конечно. Ты что? Сканер ты только слушаешь, но то он и сканер. Блин, сейчас Константин не захочет сканер покупать. Ё-моё. А я хочу. Мне он нравится. Но у меня денег нет. Слушал последних полуночников. Ага, так, сейчас почитаю. Слушал последних полуночников. У меня в мышке G9X родные микрики. Вау, ничего себе. Начались двойные нажатия через 3 года. Капнул масло на микрик, уже еще 3 года прошло, пока не появились. Ну, нормально, нормально. Повезло, повезло. Бывает, что просто вообще там выгинается вся эта пружина. У меня, ну ты знаешь, что у меня, я рассказывал, как на Logitech через год вообще это началось. Там ничего не помогло. Ничего себе, Константин пишет, открытие, спасибо, учтем. Ха-ха. А ты-то думал, что в сканер можно говорить, вот это да. Ну что ж, оплатите в кассу тогда. Такие ценные сведения бесплатно выдал, видите, а вы говорите... Только за деньги, только за... Ай-яй-яй. Вот как вам не стыдно, люди? Вот вы слушаете, вам не стыдно. Вам стыдно должно быть. Стыдно. Какие-то непонятные люди заскакивают к нам. Какой-то Виктор что-то пишет странное. Я не понял, что ты имеешь в виду. Привет, чувак, пишет двигатель. Привет, как радио-о-о приемник, брат. Что за радио-о-о? Это типа такая какая-то у тебя очень сложная хейтерская шутка, типа там ООО, какая-то фирма, приемник, чё? Я не понял. Кто брат тут тебе? Расскажи. Сейчас будем изгонять. Изгнание, да я шучу. Ну посмотрим. Люди-то живые, что можно же поспрашивать, можно поспрашивать. Константин, бери сканер, Не понравится, мне подаришь. Подумаешь, какие-то 10 тысяч, жалко что ли, подарить? Конечно, не жалко. Я просто потом, вот я это вот все рассказываю вам, да, вот вы-то адекватные люди, вы-то понимаете. Спасибо за ответ. Буду говорить в лейку в душе. О, спасибо, Константин. Мега донейшн такой прям. Внезапно. В лейку в душ, как она там? Миссис... Или как? Мадемуазель. Мадам, между прочим, мадемуазель. Да? Вот он там, которая рассказывала про... У нас тут привидение, ну, в мультфильме про Карлсона. Как это звали? Дом управительницы-то я забыл. Блин, вылетела. Фракенбок какой-то там. Как ее звали-то? По-моему, так и звали. Не помню. Да, спасибо большое, ничего себе. Ну вот, теперь точно скажешь, что Метатрон деньги выпрашивает, видите, а ему кидают. Спасибо за сердечный донат. Извини, радиоприемник купить. Что? В чем вопрос? Как радиоприемник... Что? Ничего не понял. Виктор, поточнее, не спеши. Спокойно напиши, почитай, что я написал, потом отправляй. Не торопитесь. В лейку в душе. Ах, это идея. Вот на Алиэкспрессе же сколько вот этих леек для душа, которые, знаешь, там разноцветные, или в которых есть дозатор специальный для мыла, и она там в разные стороны включается, или которые там, например, там всякие там разные формы струи выдают, да? А вот почему нет лейки, если есть с светомузыкой, должна быть лейка с встроенным радио. С блютусом, скорее всего, стопудово тоже есть, наверное. Должна быть еще со встроенным радио. Виктор, я не понял твоего вопроса. Ребята, если кто понял, можете расшифровать. Лучше этого не делайте, потому что за других людей лучше не говорить. Хай, что тут за тусовка? Ой, ой, человек типа не знает, что за тусовка. Но тусовка. Какая-то тусовка, что-то тут происходит. Александр, вот тоже давний зритель стримов, когда приходит, здоровается. Метатроныч, привет, доброй ночи. Тебе тоже, тебе тоже. Я не помню, это ты у нас на заводе работаешь, там, где радиодеталь делают, или нет? Виктор пишет, буду молчать. Так ты ничего и не спросил, я не понял, что ты хотел. Напиши все в одном предложении. Прочитай его и отправь, потому что ничего не понятно. Какие-то обрывки фраз. Че? Что? Куда? Что? Какой приемник? Что тебе, сложно написать, что ли? Вот напиши. А буду молчать, это что ты тут ультиматум решил поставить? Мы сейчас быстро испытателем работаю. Я вот не помню, кто-то, по-моему, ты рассказывал, да, типа, о, отечественные радиодетали есть, а потом такой, а, да, их действительно нет, я был неправ. Или это не ты? Когда для военки мы обсуждали, я объяснял, что только для военки есть отечественные радиодетали, которые еще производятся, а новых ты уже не найдешь, ну, в смысле, так просто в магазине не купишь новых выпущенных отечественных радиодеталей. А ты говорил обратное. А потом через время ты, видимо, разобрался, пришел такой и... Ну, если это ты. Но кто-то такой был. Мне почему-то кажется, что это ты. Я вот не помню, кто. Я прям такой, о, вот этот человек, думаю. Вот он, видите, признался, что он был неправ. Это очень большая редкость нынче. Сейчас так редко кто признается. Ты чё, сейчас вот прям мода какая-то. Сделают какую-нибудь херню и не признаются, что это сделали они. Ну, я думаю, что оно и раньше так было. Просто я меньше на это внимание обращал. А сейчас больше сталкиваешься с таким. И вот я не помню. А, это был ты, да? Вот отлично, видишь, как я тебя запомнил, значит, всё-таки. Молодец, не меняй аватарку, а то я забуду. Да-да-да, вот отечественный только по заказам, как я и говорил, а ты тогда говоришь, нет, как это так? Я думаю, блин, вот еще очередной сумасшедший, что с ним делать? Думаю, либо хейтер, либо просто не в теме, как бы немного. А потом ты такой, хоба, приходишь и говоришь, да, действительно, слушай, а я вот это. Я такой, вот это, да. Прям думаю, вот все бы такие были, было бы вообще замечательно. А то, что нас знаете как. Так, мысль есть такая, пишет Виктор. Нужен радиоприемник, но их разнообразие смущает. Какую купить? Бюджет около 3000 рублей. И, так, ага. Бюджет около 3000 рублей. Ну, что-то китайское разве что купить. Не знаю. За 3000 это надо прям искать. Хотя можно что-нибудь выбрать из тексанов. Посмотри, у меня видео про как выбрать радиоприемник, Виктор. Оно абсолютно бесплатное. И там заодно посмотришь радиоприемники и выберешь как раз таки вот около 3000 рублей что-то себе. Вот, все, ответ тебе готов. Я тоже работал на оборонке на производстве бескорпусных транзисторов КТ испытателем. Как как на тебе эти транзисторы испытывали? Бросали их в тебя? Ты их обманывал, эти транзисторы? Они не проходили испытания. Но я бред несу, конечно же. Пытаюсь шутить, чтобы хейтеры написали: ой, ой, не пытайся шутить, ой, не пытайся шутить. Ой, только не надо делать то, что не твое. Вот это вот, знаете, есть такие люди. Ну тут что, как это сегодня стрим, и никого не забанили. Ну что это за дела? Серж свой человек. Да нет, Александр, это из службы безопасности, из завода тебя вычисляют, что ты тут данные сливаешь на стримах. Он не свой человек, стопудово. Внесем смуту и панику в ряды. Какие интересные у нас люди, видите, замечательно. А кто где вообще? Давайте расскажем, да, вот. Кто кем был, или кто кем до сих пор есть. А кто хочет кем стать. Вот я когда вырасту, я все-таки хочу стать космонавтом, астронавтом. Очень сильно. Это прям вот, ну, моя мечта. Вот. Мне кажется, что если бы докабы в каком-то сказочном мире, я бы, наверное, ракетный двигатель строил сейчас. На железную дорогу. Ха-ха. Ой, Кирилл, извини. Ты смотри, у нас железная дорога, мне надо записать. Прям не внезапно. Все, я понял, надо записать, что это на железную дорогу. У нас еще 300 рублей будет стрим по железной дороге. Сейчас запишу. Все, я записываю. Транспорт фейвор. Еще бы к тебе, знаешь, Кирилл, отключился человечек из Штатов. Он тоже любит эту железную дорогу, но никак не может научиться отправлять этот... в донейшн. Что-то у него не получается, странно. А почему так мало зрителей? 48,7 тысяч подписчиков же. Ну потому что у меня аудитория подписчиков-то деды старые, они спят уже все. Двигатель, ты что? Но еще потому, что YouTube не отправляет уведомления зрителям. Вот тоже такая проблема есть. Они не проходили испытания, температурой, током по параметрам B-stat, обрат, ток коллектора. А чё? Серж, а что? Почему у тебя многоточие? Чё? Я вот сразу начинаю подозревать людей, у которых многоточие. Это люди великого ума, я считаю. Просто очень-очень великие люди. Сразу чувствуется потенциал. Да, ребят? Хотел похитить, а попал в точку. Смотрел на Али солнечные аккумуляторы компактные. Ну, слам с радиоприемники. Чё? А то мы купили две штуки, и они сломались. Разбираетесь ли вы в этом? Блин, я очень сложно понимаю Виктора. Он удалил сообщение. А, не удалил. Это ниже еще одно появилось. Я очень сложно... Виктор, видимо, ну как бы русский язык, наверное, не твой родной, наверное. Вы купили что? Я не понимаю, очень сложно написано. Я путаюсь в словах, потыкаюсь и не знаю, на что отвечать. На Али продаются разные солнечные батареи. Если вы хотите узнать... Друзья, вообще я ко всем обращаюсь. Что-то про солнечные батареи, загляните в мой плейлист солнечной батареи. У меня есть плейлисты. Туда заходишь, вот Виктор, да? И там вот ответы на все твои вопросы совершенно бесплатно. Про солнечные батареи, про радиоприемники. Вот прям там куча видео найдешь. Серьезно, очень даже удобно. Я пока не пойму просто, в чем вопрос именно, чтобы ответить на него. Во-первых, нет вопроса. Во-вторых, я спотыкаюсь на вот этих пробелах между точками. Как-то странное написание и фигуры речи в тексте. Так, в Усть-Катаве стоят ракетные двигатели, но, к сожалению, все предприятия потихоньку загнивают. Не знаю, чего добивается государство наше, пишет Александр, и тоже ставит многоточие, сразу же попадая в этот величайший пантеон людей с многоточиями. Это прям Я начинаю обмазываться. Ребят, кому нужны еще как бы точки? Тут у меня есть немного лишних. Могу дать, мне на стриме насыпали. Но кроме шуток. Серж, от бракованных испытаний разве не было? По ТУ там целый перечень, по входному контролю, по периодическим испытаниям, по сохранению, много еще каких типов. Александр, ты там не подписывал ничего, что там о неразглашении? Я так аккуратно спрашиваю, просто на всякий случай. Не хочется, чтобы люди потом работы лишались, что-нибудь сказав не то. Это так, между делом, я-то чё? Ну вы же там сами общаетесь, я-то на это не влияю никак. Это же ваша свободная воля. Ваша свободная воля. Сегодня у нас прям Кирилл, Константин, ну вы вообще, ребят, спасибо вам. Да всем спасибо, Александру и Андрею. Прям сегодня топ составили. Вы видите, что у нас получается? ККАА. Помните, такая была игра ККНД Crossfire? ККНД Crossfire на PlayStation. Обожал эту стратегию. Охрененная вещь, кстати, вот вспомнил. Одна из немногих стратегий на PlayStation, которая прям динамично играется. Крутая вещь. Да понятно, понятно, Александр. Это что? Моя-то задача туман навести, развлечь тут всех. А вот, жду, будем ли продолжать. Времечко-то идет, идет. Было-было, представитель заказчика. Это был конец 90-х. То есть Серж там работал очень давно. Он уже давно на пенсии. 20 лет как на пенсии. Все. Давайте ваши вопросы, друзья, закидывайте еще. Кто пришел, не забывайте здороваться. Хотите поддержать, можете поддержать прямо на стриме. Там что угодно написать в донате, привет передать. Все появится на экране, озвучится от 100 рублей. А меньше просто появится. Я вам скажу за это огромное спасибо. Можете прийти на Patreon или на Boosty. Тоже два таких замечательных ресурса, где вы можете просто выбрать удобный способ, как поддержать канал. Присоединиться к нашим замечательным уже тем людям, кто там находится, и поучаствовать в создании контента, безусловно. Вот, так что будет просто великолепно. Но он рано на пенсию ушел. Он же, я говорю, он в службе безопасности работал. Сейчас так вот на пенсии выискивает, кто разбалтывает государственную тайну. Тут же у нас все такие. Шизу, шизу вообще гоню. Кто-то слушает, верит. Просыпайтесь, просыпайтесь. Не спите, не спите. Давайте еще. Может, там про что говорили? Вот Константин, да? Или кто? Или Кирилл, или Константин? Вот вы тут прям всю тему засрали этими. Кирилл говорил про микрики. Что это у тебя там была за мышка? Давайте сейчас про мышки поговорим. Сменим тему. Что за G9X? Это что за G9X такая мышка? Я хочу загуглить. Что-то я подумал, что это Logitech. А да, это Logitech. Вот ты, господи. Надо же. Даже сюрприз не получилось получить себе, родному, любимому. Какая интересная мышка. Интересно. Ну, с проводом. Ну, вот с проводом это, конечно, шляпа, мне кажется, в нынешние времена. Прикольно, что на нее разные корпусы насаживаются. Слушай, как это, удобно или нет? Разные корпусы на мышку. Я такого не видел. Прям хочешь больше, хочешь меньше. Ни хрена себе прикол. Прям круто. Так она еще старенькая, древненькая или новенькая? Надо сейчас глянуть. А, ну, относительно там. Чуть меньше 10 лет назад вышло. 54 года, пишет Серж. Серж, ты откуда, пишет Александр? А это его отец просто-напросто. Как бы еще иначе Александр устроился туда работать. Так. Не-не, я еще не на пенсии. Я помолодел на 10 лет и продолжаю как-то где-то работать, да. Тут у нас прям встреча выпускников по работе различных радиодеталей. Так, ну, друзья, давайте, хватит там не по делу, давайте вопросы. Иначе вас, вы как бы чат засрали, зафлудили, а толку для стрима нет. Вот. Если бы от вас бы пришел донат, то, пожалуйста, сидите, флудите вдвоем там сколько угодно. А так у нас не положено. Не положено, не по правилам, не по правилам. Не флудите. Задавайте вопросы, будем их обсуждать. Хотите что-то друг с другом, вы там в личку пойдите и друг с другом там две травопёсика и надпись вот эта, как в мемчиках. Вы знаете, что делать. Просто это ж флут получается, как бы. Я бы был не против, если сейчас бы был просто какой-то вопрос у меня в донате, на который бы я отвечал долго, а там чат пока там... Мог бы и флудиться. Я бы на это внимание не обращал. А так как нет вопроса, то прекращайте потихонечку. Вопросики должны быть, вопросики. Ага, мне удобнее короткий и широкий. Покрытие софт-тач потерлось, но не облезло. Это вот за 8 лет или сколько там она у тебя? Софт-тач потерлось. Он трется, потом все равно начинает облазить потихонечку. Все равно потихонечку начинает облазить. Так, меня как будто никто не слышит, да? Продолжайте, продолжайте ерунду. Продолжайте флудить. Конечно, был. У меня даже видео есть про это. Если у тебя вопрос был, да, был. Не, еще раз говорю, чат может флудиться, если мне кто-то закинул вопрос в донат, и я на него отвечаю, тогда чат может флудиться там. Потому что я на него не смотрю, я занят другим, занят ответом на вопрос. А так лучше не надо, когда вы сели вдвоем и давай тут друг с другом. Это же ну, не только же для вас-то чат. Что вы это внимание к себе привлекаете? Вот я вот захочу сейчас, и все, и забаню всех. Скажу, вот ай-яй-яй, нехорошие вы люди. Но я так делать, конечно, не буду. Около 6 лет провод уже чинил, лежит где-то еще одна. В запас покупал. Тебе так она понравилась, что ты купил 2. Ничего. Вот это наш человек. Прям выживальщик, параноик. Типа, а вдруг кончится, да? Надо 2 взять. Это хороший вариант. Я тоже так люблю брать, если есть возможность. Обычно не получается. Но вот иногда прям хочется. Смотришь на вещь, думаешь, вот таких бы 2 штуки. О, боже мой. Было бы просто прекрасно. А, понятно. Расскажите про стоячие волны. Да, правда ли их, и что их видно, когда они стоят? Ну, все понятно, что у нас за Серж тут пришел. Вот у нас и первая пташка полетела. Я так и подозревал примерно. Вот когда начинают вот это вот разговорчивые, думая, что им все можно. Ну, может, возраст так влияет, хер его знает, что в голове у таких людей. Вот, я уже думал, стрим не стрим будет. Ну, теперь хоть все в порядке. Фух, уж перепугался. Ну, как это так? Как, неужели не появится ни один какой-нибудь хейтер, который... Вот они тоже могут так завуалированно, издалека, что-то там вести разговор, а потом какую-нибудь херню скажут и типа такие ждут. Ха-ха. А потом бегают, плачут. Меня ни за что, за что меня? Ясно, все, это не наши люди. Я еще колы глотну. 6 минут осталось, вот, значит, будем заканчивать. И опять же, вот это вот многоточечники, это что-то с чем-то. Сейчас я вот даже... Во, нашел. Вот. Многоточие. Знак препинания. 1. Это обязательный атрибут школоты. Не быдло и тупых пёст. Особо одаренные человеческие особи говорят троеточие. Вот. На самом деле многоточие не состоит из 3 точек подряд, а является отдельным символом. Вот. Не быдло высшего звена применяют различные комбинации, чтобы сразу это многоточие символом выводить. И классическое использование этих многоточий, конечно, да. Большое число многоточий в тексте должно символизировать тонкую душевную организацию автора, оставлять впечатление недосказанности и давать читателю пищу для ума, либо же выражать отчаяние, неуверенность и обреченность, или иные стадии шизофрении. На самом деле используются авторами вместо запятых, которые непонятно куда ставить. Также есть мнение, что злоупотреблениями многоточиями проистекает от неспособности выразить свои мысли письменно. Письмо бессвязными, короткими предложениями с обилием многоточий или больше длинными, большими предложениями вместо правильных знаков препинания, разделенные многоточиями. В психиатрии это называют шизофренической пунктуацией. В особо тяжелых случаях, то есть когда практически в каждом первом многоточии точек ставится гораздо больше 3, то вот это все, конечно. В интернетах распространены особи, заменяющие вообще любые знаки то 2 точками, то 3, включая многоточиями. У лиц с чрезмерно тонкой душевной организацией в ходу малоточие, состоящее из 2 точек. Например, ну вот сами вы видели примеры. Символизирует, как бы, наверное, досказанность и одновременно некоторую неоднозначность и двусмысленность. Особо упоротые анонимусы предпочитают выписывать многоточие через пробел каждую точку. Это да. Короче, многоточие — это просто... Многоточие наблюдаются у людей, которые склонны ко лжи, например. Такой вам вариант. Но мне вот никогда не нравились в интернете люди, которые пишут многоточиями, не вызывают абсолютно никакого доверия. Сразу с ними все понятно. Лично мое мнение. Метатрон, куришь ли ты? В смысле сигареты? Не, ничего не курю. Не в смысле никак. Ну что, друзья, что я могу сказать? Вот пока были адекватные донаты, пока все было прекрасно, пока не появился хейтер и не засрал чат. Эфир прошел успешно, я считаю. Все по канону, все по классике. Обязательно подписывайтесь на лайв-канал. Ну и всякие эпичные эфиры вроде этого, они, конечно же, обитают на Patreon и на Boosty. Ссылочки в описании. Так что успейте его посмотреть. Ну или приходите на лайв. А если на лайве нет, то ну вы поняли, куда. А я с вами прощаюсь. Через 1 минуту 40 секунд. Не прямо сейчас. Не дождетесь. И, да, уже 2 часа ночи по Москве. Мы провели с вами просто великолепнейший стрим. 2,5 часа, невероятно огромный. И под конец, как всегда, бывает у нас либо в самом начале, либо под конец всякие непонятные личности приходят, которые улетают сами знаете куда. Это прекрасно. Это ли не прекрасно? Спасибо всем вам, друзья. Спасибо Кириллу, Константину, Александру, Андрею Л. и всем тем, кто не задонатил, но тем не менее ставил лайки, поддерживает канал добрым словом и хорошими намерениями. Вот. Вам огромное спасибо, ребята. Ну и девчата, а то вдруг как-то будет... Вдруг у нас не только ребята. А ведь действительно у нас не только ребят на стриме бывает. У нас еще и девчата бывают. Что просто чудесно. Всем пока, спасибо за стрим, спасибо, Кирилл, да. Ну а это, Александра мы на карандаш-то поставим за то, что он разводит спам. Так что уже, как говорится, одно предупреждение есть. У тещи 2, у жены 1, да, как там в анекдоте. Ай, господи. Все, всем пока.